Алло. Алло, здравствуйте, Анжела. Мое имя Амина, я финансовый специалист. Хочу с вами пообщаться касательно вашей регистрации на инвестиционном портале. Говорите. Помните, оставляли? А какой портал, не помню. А, инвестиционный портал от РБК Инвестиции. От РБК Инвестиции? А когда я регистрировалась? А, сейчас я вам скажу, минуточку. Менее месяца назад. Ой, ну если это был месяц назад, даже 3 недели, я, конечно, не помню. Менее месяца назад, вот да, как раз 3 недели. Мне кажется, что к вам просто не дозвонились. Да, не вижу комментарии менеджеру, что вы общались. Не дозвониться, я всегда на связи. Анжела, давайте с вами поступим так. Я вам немножко расскажу о нашей компании, как вы можете зарабатывать. Ведь, я так понимаю, заработком вы, в принципе, интересовались. А там уже будем решать... По поводу сотрудничества, хорошо? Амин, а можем мы чуть-чуть скорректировать? Можете вы мне позвонить через час? Я закончу через час. Работе, да, тут дела. А вы сейчас на работе находитесь, да? Да, и я закончу, и буду совершенно свободна, мы с вами можем нормально поговорить. Все, отлично, тогда я вас через час набираю. Будьте добры, да, хорошо, я буду ждать. Без проблем, да, спасибо. До свидания. До свидания. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Анжела, удобно разговаривать теперь? А, это вы мне звонили, да? Да, удобно сейчас. Да, 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 я с вами общалась. Да, я могу сейчас. Все, отлично, тогда. Меня зовут Амина, напомню. Я звоню вам касательно вашей регистрации на инвестиционном проекте. Подскажите, ранее был у вас опыт в данном направлении? Нет, у меня не было никогда. Угу. Ну, я так понимаю, раз вы уже прошли регистрацию, вы заинтересованы, в принципе, в дополнительном заработке, верно? Ну, было бы неплохо, если бы получилось. Ну, как? Угу. Ну, да. Супер. Будем тогда с вами знакомиться. Вообще, что именно на момент вот регистрации вас заинтересовало? На что обратили внимание? Ой, я не помню, вы же говорите, что это было 3 недели назад, я даже не помню, что там было. Да, где-то так. Угу. Ну, ну, ничего страшного. Информация про дополнительный заработок, что нормально. Можно, а что там еще, я даже не помню там деталей никаких. Хорошо, а на какую вообще сумму рассчитываете, чтобы заработать? Какие у вас амбиции? А я не знаю даже, а сколько можно заработать? Там ничего не было такого написано. Ну, сейчас я вам расскажу, и сколько можно заработать, и, в принципе, обо всем остальном. Хорошо, тогда отлично. Вы вообще эту сферу, еще скажите мне, рассматриваете для себя как основной вид заработка или как дополнительный? Ну, я не знаю, как получится. Я даже не думала. Ну, а сейчас у вас есть основной? Да, сейчас у вас вот есть основной? Есть, да. А в какой сфере трудитесь? Я в детском саду нянечкой работаю. Ой, классно. А нравится вам ваша работа? Ну, нет, наверное. Ну, как нравится. Ну, я работаю, потому что у меня самой ребенок там в садик ходит, место на этих условиях только дали. Ну, я вас понимаю. Бывает тяжелые насколько... дни, бывает полегче, там, если вся группа, да, все пришли, понимаю, там, 30 ребятишек. Все-таки с детьми работа. Да, если еще и воспитатели заболел, это очень, да, конечно, ну, пока так, пока ребенок в свой садик ходит. А зарплата вас, да, устраивает вас зарплата ваша? Ну, у нас больше не платят, вот. Сколько есть, только и платят. Ну, не обманывают. Угу. Угу. А сколько в среднем вот получается зарабатывать в месяц? Ну, около 25 где-то в среднем. Угу. Я вас поняла. Хорошо. Ну, тогда давайте будем, в принципе, уже разбираться детально по поводу инвестиций. Вообще, знаете, что такое инвестиции? Ну, я, наверное, правильно не смогу сказать. Я так чувствую, наверное, ну, хорошо, я наверное понимаю, а как объяснить? А вот вы мне скажите, как вы понимаете, вот своими словами, не умными, такими обычными словами, вот как вы понимаете? Ну, это вот, например, как коллекционеры картины покупают,
там они не сильно дорого стоят, а потом через какое-то время оказывается, что они очень дорогие стали. Вот говорят, удачно инвестировали. В принципе, да, очень хороший пример. То есть, вот. Или там драгоценности. Отличный пример на самом деле. Исторические тоже. Конечно. С вами будем торговать активами. Знаете, что такое активы? Нет. Сейчас вам объясню. Мы с вами будем торговать различными вот этими активными товарами, покупать их дешево, а продавать их дорого. Вот точно так же, как вы сказали, с картинами. Точно а какими так же. Товарами? Какие у нас есть активы? А какими товарами? Объясняю. Слушаю, товарами? Есть разные типы товаров. Первый товар – это валюта. Вот какие валюты вы знаете? Валюта? Ну, доллары, евро, знаю. Совершенно верно. Доллары, евро – это такие самые крепкие мировые валюты. Вот именно ими, валютными этими парами, мы будем с вами торговать. Вторые – это товары сырьевые, то есть сырье. Как думаете, какое сырье, знаете? Что-то запикало, я не услышала. Как думаете, и запищало в трубке. Я не услышала вашего. Ага, как думаете, какое сырье бывает, вот каким сырьем мы можем торговать? Сырье. Ну, мука, песок. Немного подороже сена. Будем брать. Золото, нефть, газ. Вот такое вот сырье. Ой, медь. Страшно. То есть, золото различные. Страшно покупать, а если ограбят? Мы будем все это покупать в формате бумаг, ценных бумаг. То есть мы не будем как физическое золото покупать, то есть слитки, унции. Мы будем покупать только документы на это золото, небольшие такие частички. И когда оно будет расти в цене, тогда будем и продавать. На чем будем и зарабатывать. Вот знаете, касательно золота вам расскажу. Компания есть такая, «Полюс золота» называется. Нет, такой не знаю. Это компания, такая русско-казахская она, но в основном в России расположена, которая занимается добычей золота. А золото это, в принципе, самый такой, самый стабильный актив, самое стабильное сырье. То есть оно всегда стабильно растет, особенно растет, когда падает доллар. На фоне того, что в США сейчас инфляция, знаете об этом? Слушаете новости вообще? Что в США? Инфляция? Ну, у нас инфляция США, есть, да. Я про них ничего не знаю. В США немного, да, в США тоже сейчас немного, она превышена от ожидаемой нормы, скажем так. И за счет того, что инфляция немножко быстрее темпами идет, падает доллар, то есть он теряет свои сильные позиции. А когда доллар падает, всегда растет золото. Вот именно на этом сейчас на золоте можно хорошо заработать. Но оно подедорогое, там это денег акции. Надо много брать, иметь. У меня денег-то много нету. А мы не будем с вами начинать даже золото. Тем более мы будем покупать небольшие частички. Такими небольшие частички. То есть мы не будем покупать целые унции золота наперед. Мы будем по чуть-чуть с вами торговать. У вас да, будет даже частичка. Вы вот колечко золотое, там дешевле 20 тысяч. Это же целая зарплата, она не стоит. А там золота-то немного. Да, или я понимаю. Но и мы с вами золото это как пример я вам навела. Там есть и различные другие активы, которыми можно торговать. Ну наведите пример какого-то недорогого, чтобы мне по деньгам-то было. А то я чувствую, что наверное, недорогого. Не хватит. Вот хорошо. Смотрите, вот составляем с вами инвестиционный портфель. То есть, да? Знаете, что это такое? Чего? Знаете, что такое инвестиционный портфель? А, нет, не слышала. Это вот такой, как ваша страховка. Я вам сейчас объясню. Вот представьте, корзинку с яйцами, да? Купили вы там 10 яиц, положили их всех в одну корзинку. Корзинка упала, яйца все разбились. Понимаете? Ну, я не поняла. А если бы эти... страховка у меня вот в поликлинике, да, которая... Нет. Вот вы мне дослушайте, вы сейчас все поймете. Вот корзинка с яйцами. Вы купили 10 яиц, положили их всех в одну корзинку. Она упала, все яйца разбились. А если бы мы каждое яйцо положили отдельно в отдельную корзинку, и упала бы одна корзинка, все остальные яйца бы уцелели.
Понимаете? Ну, кто так делает? Сейчас эти контейнеры есть удобные, пенопластовые для яиц. Там можно больше дома сбросить. Ну, это вот как пример для визуализации, как работает инвестиционный портфель. Ну, а кто пойдет за яйцами с 10 корзинками? Это же не это, ну, это смешно. Ну, конечно. Конечно. Это же, ну, такой нежизненный пример, а просто для вашей визуализации, чтобы вы, чтобы вам было понятно, как работает портфель. Так это я еще больше запуталась. Так хорошо. Это неудобное что-то получается. Хорошо. Но у нас тоже не ходят с 10 корзинками на рынок. Все в одну сумку спихается. Проще говоря, инвестиционный портфель, вы будете вкладываться не в одну какую-то акцию, то есть не покупать только золото, а и по чуть-чуть различные рынки. То есть немножко валюты, немножко вот сырья какого-то, немножко акций компании, чтобы вместе оно все играло, и вы хорошо зарабатывали на этом. То есть мы не будем вкладываться в одно золото, а немножко купим газа там. Вот газ же недорогой, в принципе, в нашей стране. Ну, я не знаю, ну, вроде, но у меня электрическая плита, у меня не газовая, поэтому я не знаю, сколько сейчас за газ платят. А, ну, тем более, в принципе. Ну, газ недорогая достаточно, недорогое сырье. Вот купим немножко газа, купим немножко долларов и купим немножко акций компаний. Вот касательно акций, даже знаете какие-то акции в компаниях? Ну вот в Пятерочке бывают акции, Apple. Там когда подешевле там продают что-то, вот такие акции, там к праздникам, сейчас новогодняя какая-то акция, там эти мандарины, вот я со скидкой вчера брала. Ну, это немножко не то. Акции, вот, каждая компания такая. А сейчас со скидкой можно подешевле купить по акции. Ну и вообще, если по акции ходить, что-то покупать, можно очень хорошо экономить. Там даже бывает иногда в половину цену скидывают. Это не скидки сейчас акции. Это немножко другое. Ну тогда не понимаю. Акции – это часть компании, то есть это небольшая частичка бизнеса. Это ценные бумаги этих компаний. То есть, вот какой у вас телефон, например, марка меня интересует. Сейчас скажу. iPhone, Samsung. Не написано ничего на нем. Ну, допустим, вот знаете телефоны такие, iPhone. Ой, ну это дорогие очень. Ну это очень, да, нужно. Ну дорогие, да. Ну я вам только как пример его наведу. Вот есть компания, которая вообще создает эти телефоны. Компания называется Apple. Человек, покупая акции этой компании, становится владельцем маленькой частички бизнеса. Понимаете? Так и я так вот, если любой может купить? Ну, любой человек, который работает с брокерской или аналитической компанией в направлении инвестиций. Так а это могут, если все начнут покупать если... вот эти, как вы говорите, их акции компании, ее всю растащат по кускам? Вы будете работать на торговой площадке, на которой будут размещены вот эти все акции различных компаний. Не только акции, а и все предыдущие вещи, о которых мы с вами говорили. То есть там будут размещены вот эти акции, и у вас будет человек, сейчас я о нем расскажу, который вам будет помогать покупать эти акции, чтобы вам было проще. Вы же, я думаю, как человек без опыта не знаете, когда какую акцию выгодно купить, какую продать, чтобы вы всегда вышли в плюс, верно? Так а я даже не знаю, как они выглядят. Еще раз? Я даже не знаю, как они выглядят. Ну вот, они выглядят в формате ценных бумаг просто. Они все будут у вас сохраняться на телефоне или на ноутбуке, с какого как устройства, сканы, в зависимости как, вы будете как, работать. Как сканы мне будут присылать телефон? Еще раз, как что? Сканы будут мне присылать на телефон. Вы говорите, что нет, они будут храниться у меня в телефоне. Сканы будут присылать этих, ну как, сканированные копии, да, как правильно я называю? Или как? Ага, я поняла о чем. В принципе, да, у вас будут файлы в документах, в которых будут вот размещены все данные, что вы купили, за какую цену. И будете эти бумаги далее продавать другим людям, на этом зарабатывать. Нет, я не про это. Вы сказали, что у меня эти акции будут храниться на телефоне. А это они в каком формате это будут храниться? Вот этих копий сканированных в PDF, как они, не знаю, на принтере, на ксероксе, как печатают? На вашем торговом счету. Это где-то?
смотрите, мы сейчас с вами находимся в 21 веке. Угу. То есть буквально сканированные копии этих бумаг вам не будут представлять, понимаете? Нет, а вы сказали, что они будут у меня храниться на телефоне, тогда как они будут храниться? Но на своем торговом счету, угу, на телефоне, вы будете их у себя видеть. А у меня на телефоне есть какой-то торговый счет, это приложение какое-то у меня на телефоне, я даже не знала. Да, вы будете использовать приложение, которое уже подберет вам аналитик, сейчас вам расскажу, кто это, человек, с которым вы будете работать, который будет удобно и для него, и для вас, так как в этом приложении не будет комиссии для сделок. Понимаете? Ну, не очень пока. Какой человек это будет? Он мне будет хранить мои эти акции? Сейчас вам расскажу. Аналитик — это человек, уважаемый, с опытом работы в сфере инвестиций в среднем 8-7 лет. Это профессионал своего дела, человек, который понимает, когда купить, когда продать, какую акцию, какую сделку совершить, и самое главное, как на этом всем заработать. Понимаете? А, он мне будет говорить, чего купить надо и чего продать надо. Да, конечно. Мы же сами, без опыта. Вот как вы без опыта сможете понимать, когда какая акция вырастет, какая упадет, чтобы ни удержана, ни прибыли. Как я, естественно, не знаю. Ну вот. А этот человек вам все расскажет, все покажет. Будет вас сопровождать от начала и до конца. А, ну это чтобы удобно. Вы гарантированно вышли в зону прибыли. Ну ему что-то платить надо за это. Это хорошее условие. Не знаю, это платно? Это сколько стоит его помощь? Сейчас вам все расскажу. Ваш заработок, самое главное, это вообще ваш заработок, будет составлять в среднем 17 до 23% от суммы ваших инвестиций. Вот это вам понятно? Ну да, это понятно. То есть, только как пример, если вы вкладываете там 100 тысяч рублей, это только как пример, и за месяц зарабатываете 20 тысяч, то есть 20% в среднем, понимаете? Поняла. Ну, все, отлично. Это ваш заработок, но как? Я не смогу. Я понимаю, я вам только как пример эту сумму назвала. Наши партнеры, в принципе, начинают с сумм гораздо поменьше, с безопасных для них сумм, чтобы просто убедиться в том, что действительно все работает качественно, и убедиться в том, что действительно здесь есть заработок на тестовом периоде, они знакомятся с вот этим аналитиком и уже видят свои первые плоды работы. Но начинают с сумм гораздо поменьше, к этому мы еще вернемся. Вот, как я уже сказала, вы зарабатываете 20 тысяч, если вы вкладываете 100. 20 тысяч – это ваша сумма за месяц. Но, как вы уже сказали, у нашего аналитика действительно есть свой коммерческий интерес, за который нужно платить. Это будет составлять 20% от вашего заработка. То есть вы заработали вот этих вот 20 тысяч, аналитик берет с 20 тысяч 20%. Это 4 тысячи рублей. Понимаете? А остальное мне будет? А остальное вам, то есть 16 тысяч заработали, вы 4 тысячи, наш аналитик. А вам что-то надо платить? Как считаете, справедливо? А вам еще надо, раз так? А вам надо что-то платить будет еще? Или все остальное? Нет, у меня уже зарплата от своей компании идет. Я к вашему не имею, к вашему сотрудничеству, в принципе, никакой касательности. Я с вами только общаюсь, донесу вам информацию и уже вас конкретно свяжу с аналитиком, который у вас будет работать. Вот это моя работа. Поняла. Ну, если больше не надо ничего платить, ладно. Еще раз. Если больше ничего не надо никому платить, то ладно. Нет, конечно, ничего не надо. Вы заработаете свои проценты, платите небольшую комиссию нашему аналитику. Все, на этом все. Вы заработали свое, аналитик заработал свое. Ну, это хорошо. Вам понятно? Ну да, пока понятно. Все, отлично, отлично. А ну, вы только вот, если он мне будет сам говорить, бы себя потому что я сама-то не понимаю ничего. Ну, конечно, у нас так и рассчитано. У нас практически все люди, которые приходят к нам, это люди без весомого опыта. Бывают старшие люди. Вот у меня недавно был мужчина, я с ним общался,
дедушка прям 86 лет, и начала инвестировать, и уже вот зарабатывает деньги. Ну, понимаете, то есть разные люди бывают, и действительно без опыта. И в этом всегда помогает им аналитик, так как, ну, хотя, вы знаете, гораздо нет, проще есть, и выгоднее так работать. У нас есть дедушка, вот, ему сколько, ему, ну, он помладше, ему 79. И он, ну, я сначала думала, что, ну, все-то сначала думали, что он внучку водит в садик, а оказалось, что это его дочка. А ему 79 лет, а он дочку в садик водит. Он так оскорбился, ему сказали внучку, когда, ну, забирал, он что-то там сказал. Ну, вы меня сейчас прям очень удивили, если честно. Он прям оскорбился, говорит, я слишком старый для того, чтобы такую внучку иметь. Это моя дочка. Ого! Не, ну вы меня очень этим удивили, если честно. Так что разные, ну, наверное, вот, и видите, я же вам говорю, что совершенно разные люди приходят в данную сферу. Там, потому правда, что сфера какой-то еще достаточно новая, но тоже очень интересная. Дочкой. Там сложные у них какие-то отношения. Иногда за ней еще, ну, как парень, лет 30, наверное, ему, или 25, он тоже ее дочкой называет. Ого, ага. Эту девочку. Вот, а вам там, вот сколько лет? Дочка. Сколько лет вы так решили начать зарабатывать? Мне 32. А, ну это очень молодой еще возраст. Хорошо, тогда с вами продолжим. Вы вот, кстати, с какой суммы хотели бы начать пробовать данное направление? Я даже не знаю, у меня 100 тысяч-то не будет. Ну, смотрите, все наши партнеры начинают, как я уже говорила, с сумм побезопаснее. То есть от 10 до 100 тысяч рублей. Даже от 10 тысяч. Вот 10. Какую сумму из этого диапазона вам, какая сумма наиболее комфортна? Ну, 10 тысяч можно, конечно, попробовать. Ну, конечно. Эта сумма действительно сейчас в современном мире сумма два раза сходить в магазин. Я уверена, что эта, ну, сумма есть абсолютно знаю, у каждого человека. Ну, 10 тысяч, если у меня зарплата 25, то мне это не два раза сходить в магазин. А, ну... Мы как-то стараемся экономить. Ну, хорошо. Да, тогда я вас поняла. Ну, в принципе, каждый человек понимает, что чтобы начинать какой-то бизнес, нужно что-то вкладывать. А инвестиции – это также бизнес, в котором деньги вы ни в коем случае не тратите, а сохраняете и со временем приумножаете. То есть, как такой пример, если бы вы вкладываете какую-то сумму, за которую вы можете купить там одну палку колбасы, а уже там за некоторое время, когда вы эти деньги увеличите, вы уже купите себе три палки колбасы. Вот так инвестиции, в принципе, и работают. Так как я поняла, готовая, ну, сумма, с которой вы готовы начать, это 10 тысяч рублей, верно? Ну, можно попробовать. Тоже, конечно, не маленькие. Хорошо. Деньги, но если меньше нельзя, то... Эта сумма у вас... Меньше-то можно? Ну, еще раз. Меньше-то можно, еще меньше сумму, там, хотя бы 5. Ну, с 5 никак, потому что эта сумма будет небезопасная, в первую очередь, для вас. То есть Почему? Мы с этой суммы не составим нужный инвестиционный портфель, чтобы вы гарантированно вышли в прибыль. А нам очень важно, чтобы вы действительно зарабатывали. Ведь вы понимаете, что наш заработок зависит от вашего заработка. Когда зарабатываете вы, тогда зарабатываем и мы. Понимаете это? А как это небезопасно? Что это значит небезопасно? А 10 безопасно будет? Это значит то, что если сумма маленькая, и с этой суммой мы не составим нужный инвестиционный портфель, нам просто не хватит средств на это. И тогда у вас гарантированные, ну, очень сильно растут шансы уйти в зону неприбыли. То есть уйти в лучшем случае даже просто в ноль. А зачем нам работать, чтобы нет, уходить в ноль? Так, верно? Хочу, нам нужно уходить так, в прибыль. Я не хочу, мне в ноль нельзя. Ну вот, поэтому нам нужно начинать с вами именно с этой суммы, с 10 тысяч рублей, чтобы себе попробовать, чтобы познакомиться с аналитиком. Аналитик – это также человек, который вам будет нужно, чтобы он вам подходил не только как ну, финансовый специалист, а и как человек по общению. То есть, ну, чтобы вам было приятно с ним общаться. Я со своей стороны постараюсь сделать так, чтобы вы работали с аналитиком, с которым начинала работать я. То есть это действительно опытный человек, человек, который ценит свои ресурсы, ценит свое время и который гарантированно вас приведет к заработку. Ведь с вашей зарплатой вам вот, ну, очень нужно быстро вставать на ноги и начинать работу. А вот вы, кстати, каждый человек, который к нам обращается,
он обращается с какой-то, ну, конкретной целью или с мечтой что-то приобрести, может, для себя. Вот в вашем случае, вы что бы хотели себе приобрести на заработанные деньги? Ну, это смотря сколько заработаю, так-то много чего нужно. Я бы и телевизор бы новый купила бы, и видите? Телефон бы обновить бы неплохо, ну, не так приодеться. Мы бы с вами, когда начнем работу, вот знаете, что вы первое сделаете? Это вы возьмите листочек и запишите все ваши цели. И вот когда заработаете, будете ставить галочку. Вы себе вот приобрели это. Вот там к такому-то месяцу, допустим, там, какому? Ну, допустим, февраль. К февралю телевизор, там дали март, еще какая-то цель, телефон новый или, ну, в зависимости от того, что именно вы хотели бы. К февралю сколько у меня будет доход? Февралю с 10 тысяч. Это уже будет полностью зависеть от того, как вы будете слушать аналитика. Идти полностью за его указаниями, работать без самодеятельности ни в коем случае, то есть покупать пикает и ничего опять продавать. Пикает что-то аналитик всегда знает лучше. И еще раз. Пикает в трубке, прерывает ваш разговор, ну вот разговор прерывает, что-то пикает в трубке. Ой, я тогда повторю. Ухом, не да. знаю, что именно может как сейчас будто ухом пикать. Нажимается вот и пикает. Как будто цифры ухом нажимают. Ой, не знаю, если честно. Может, сейчас будет получше. Uh-huh. Как я уже сказала, все будет зависеть от того, как вы будете слушать аналитика, идти за его указаниями, а также дополнять свою сумму. Потом у вас появятся деньги, с которых вы сможете вашу сумму дополнять и зарабатывать гораздо больше. Уже на все ваши цели. А сколько дополнять хорошо нужно? Мы обсудили. Но это уже вас будет консультировать ваш аналитик. Вы с ним подумайте, вот какую сумму вы желаете заработать. Вы озвучите эту сумму аналитику, и он уже тогда вам составит план, следовательно которого вы будете работать, и следовательно которого вы будете дополняться. А если не дополняться вот в феврале, сколько я заработаю? Вот если а если не дополняться, то просто вы останетесь на том заработке, с которого вы начали. То есть заработка с 10 тысяч рублей. Я думаю, это работать. Сколько у меня за месяц 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей – это на тестовый период. С такой суммой вы сможете в среднем заработать 2-2,5 тысячи рублей. Это же еще аналитику нужно отдать. Неплохо, там, в принципе. Его часть денег. И аналитику 20%. Но 20% с 2,5 тысячи – это абсолютно мало. Понимаете? Вот это, То есть, это пятая часть. Еще раз? Это пятая часть. Это немало. Ну, да, но это как тестовый период. Вы себя ощутите, вы себя попробуете, и там комиссия будет совсем небольшая. Комиссия аналитика имеется в виду. Меньше, чем 20%. Это чистый ваш заработок будет. 20% от вашей суммы. Ну, то есть, если вы заработаете часть, там. Это как сказать, небольшая, это много. Ну это да, большая, я понимаю, часть. Но все зависит от суммы, которую вы заработаете. То есть, если вы заработаете там, дополните сумму побольше и заработаете, к примеру, там уже не 2000 рублей, а 10 тысяч рублей. Ну, и отдадите аналитику только 2000, а 8 это ваше. Ваш заработок всегда больше, чем заработок аналитика, понимаете? Угу. То есть это надо обязательно пополнять, да? Ну, в принципе, да, если вы хотите зарабатывать. Если вам не понравится, если вы увидите, что это не ваше, вы просто ваш заработок сможете вывести себе на карту и попрощаться с нашим аналитиком. То есть главное его предупредить о этом. И если вам не понравится, ну, это ваш выбор, ваше желание. На какой картой вы, кстати, пользуетесь? С какой бы пополняли счет и выводили себе на карту деньги? Я наличкой пользуюсь, я картами не пользуюсь. А только наличкой пользуетесь? Ну да, нам зарплату наличкой платят. Я в частном садике живу, там работаю, живу. Я вас там поняла. Нам а вообще платят. Вот карта ну, у вас есть какой-то? Я карты. У меня у мужа есть карта, если надо где-то расплатиться картой, где нельзя наличкой, тогда он карту дает. А почему картам не доверяете? Ой, я не знаю, я боюсь эти карты, как там они, не вижу я
что там происходит, сколько там денег, как узнать. Вот наличка, она есть, есть, я понимаю, сколько у меня денег. А на карте как там зайти? А вы сами официально работали? Вы официально устроены? Я официально устроена, да. Ну, так они говорят, что официально. А зарплату вам платят, выходит, только наличкой или как? Да, наличкой. Ну как, родители наличкой платят за детей в садике, и нам наличка, зарплату отдают 2 раза в месяц. Угу. Все четко, не обманывали ни разу. Я вас поняла. Тогда можем с вами, в принципе, поступить таким образом. Где у вас находится, допустим, ближайший банкомат, чтобы пополнить карту даже мужа и начать работать именно с нее? Или, может быть, у вас есть какая-то своя карта, просто которой вы не пользуетесь? Не, у меня своей нет. Ну, была когда-то, но она потом закончился срок. Я ее новую не стала выпускать. Срок закончился. А ближайший банкомат? Я поняла. Знаю, тогда касательно банкомата. Ну, в банке, наверное. Сколько бы вам понадобилось времени, чтобы пополнить карту мужа и начать работать с этой карты? Ну, это нужно дождаться, когда муж придет с работы, взять эту карту у него и пополнить. Ну, завтра, наверное, уже, потому что он сегодня придет вечером, поздно, темно уже будет. Хорошо, тогда если с вами создать Kiwi кошелек, знаете, что это такое? Нет. Послушайте, вот на ваш телефон мы можем с вами скачать приложение от любого банка, то есть Сбербанк, Тинькофф банк, в принципе, которому вы больше всего доверяете. Какому банку вы доверяете? Да я никаким банкам вообще не доверяю. Ну, почему так? Вы же понимаете, ну, там работают серьезные там... люди. Ну, я говорю, что я не понимаю, как вот можно уследить за деньгами, которые на карте лежат, если я карту потеряю. Да, даже в приложении. Вы себе на телефон скачиваете приложение, в котором вас будет полностью ваша сумма, которая у вас на карте, сколько вы потратили. Вы даже вот представьте себе, вы можете что-то себе купить, потом об этом забыть и потом думать, куда делись деньги. А так вы можете зайти в приложение и посмотреть, в каком именно магазине вы потратили, и именно какую сумму. Это же удобно. С ума не сошла, из ума не вышла, как это. Вот они лежат, деньги у меня в шкафчике лежат, и я знаю, сколько у меня там денег. Ну а эти деньги, когда лежат, они со временем, с инфляцией только теряют свою ценность. Поэтому они мы не будем с вами их приумножать. Они не успевают потерять. Их не так уж и много, чтобы они прям лежали. Ну да как? В стране инфляции. Ну, получила я зарплату, ценность и рубля пошла в магазин, падает. Да, потратила на продукты, да на там ребятишку. Вот, что-то. Главное, что вы сказали, это потратили. А наша с вами задача, это не потратить, а приумножить, ну, чтобы да. Потом у нас было гораздо больше денег, чтобы их тратить. Тратить на себя, на подарки, на телевизор, который вы хотите приобрести в ближайшее время. Понимаете? Ну, телевизор я хотела, потому что муж не хочет покупать новый телевизор. Говорит, это дорого и не надо, он старый нормально идет. Ой, а всегда как вы будете идет? Мужа слушать. Идет. Нужно немножко, ну, нужно немножко нет. Для себя, ну, есть у вас желание телевизор, так нужно заработать и купить этот. И я уверена, что ваш муж будет смотреть с вами все передачи, фильмы, и тоже будет рад, что у вас новый телевизор. Ну вот по своему мужу знаю, тоже отговаривает каких-то покупок, а потом, ну, всегда со мной и в ноутбуке фильмы смотрит, вот купили недавно, и нету больше такого, что не надо, не надо. Ну, все они пока вот он против. Такие. Он что-нибудь там на шабашке Послушайте. Получит денег и все равно не хочет телевизор купить. Анжела, мы с вами пришли уже практически, я вам рассказала практически все, и нам осталось перейти только к практике. Давайте. То есть найти эту возможность пополнить карту и начать работу. Ну давайте. Так что давайте мы с вами подумаем, как мы это можем сделать. Ну, когда вот, если у вас придет карту, с работы? Он придет часов, ну, не знаю, в районе 9 он сегодня должен прийти уже. У него там шабашка еще после работы. В районе 9. Угу. Угу. Я вас поняла. Если даже в районе 9 будет у вас возможность наличные деньги отправить на карту и начать работу сегодня вечером или завтра утром. Но а я со своей стороны договорюсь с лучшим аналитиком.
Еще раз. Это вы имеете в виду, что надо будет в банк пойти? Как по-другому отправить? Тогда же банкомат. Ближайший самый банкомат. Просто пополнить свой счет. Ну, в банке, наверное. Есть у вас где-то ближайший банкомат или банк? Ну, есть банк у нас недалеко. Все, отлично. Обратитесь туда, тогда туда. Только обязательно я вам сейчас доверяю. Угу. Или я сейчас узнаю, мне кажется, что есть возможность даже сейчас пополнить карту. Если мы с вами поступим таким образом. Мы с вами сейчас пополним карту, а вечером придет ваш муж, и мы начнем. Хорошо? А как мы ее пополним, если карта у него? На терминале пополним карту. А я как? Уверена, что даже у вашего мужа сейчас есть данная сумма, с которой он может пополнить себе эту карту. А уже вечером мы с вами начнем работу. Я вас сразу же знакомлю с аналитиком, он вам ответит на все ваши вопросы, на которые, может быть, я не ответила или вы мне не задали. Ему обязательно все спрашивайте, все, что вас интересует. Он всегда вам на все ответит. И мы уже вечером с вами начнем работу. Что делать-то надо конкретно, я не поняла. Сейчас вам все объясню. Мы с вами поступим так. Сейчас пополним карту. Как мы это сделаем? Я уверена, что у вашего мужа есть сейчас наличные. Данная сумма, которая нам нужна, 10 тысяч рублей. А откуда, как вы можете узнать? Верно? Откуда вы знаете? Вы его знаете? Вы с ним знакомы? Ну, мне так кажется. Нет, конечно, не знакомы. Но я думаю. Не знаю. И эту сумму он может пополнить свою карту. Вы же можете сейчас даже... Вы с ним уже разговаривали? Или может... Нет, конечно, я только ваши контакты у меня есть. А откуда вы знаете, что у него есть? Вы же оставляли регистрацию, не ваш муж. Я это просто предположила. А, ну то надо, узнать у него. Ну хорошо. Я не знаю, сколько он в принципе, хорошо, подскажите мне еще такой вопрос. А почему вы свою карту не восстанавливаете? Так я не пользуюсь им, потому что она и так, когда у меня еще работала, я ей практически не пользовалась. Я тогда на другой работе работала, это была как зарплатная карта. На нее зарплата приходила, я ее все снимала, и все, и карта лежала. Мне неудобно, мне удобнее наличкой, намного проще, понятно. Сколько у меня денег в кошельке, сколько у меня в шкафу денег. А сейчас вам садики полностью наличными платят, да? Да. Я заявление написала, когда устраивалась на работу, там бухгалтерия спросит, там куда перечислять зарплату. Я написала заявление, что мне выдавать наличными, и все, имею право по закону получать наличными. Зачем мне эта карта нужна? Это там, где я раньше работала, там что-то они это не стали так делать, вот карту. Ну, даже не спрашивали, карту вот эту сделали, выпустили, и, ну, пришлось мне раз в месяц с нее зарплату снимать. А здесь удобно. В кассе получаю, и все в бухгалтерии. Все, я вижу сразу, сколько у меня денег, сколько мне отдали, какая у меня зарплата, расписалась и пошла. Но это удобнее. Хорошо, я вас поняла. Зачем мне эти карты? Больше проблем с ними. То их теряют, то их там воруют. Мы с вами тогда поступим намного... Даже люди не знают, там, что у них там денег нету, потому что кто-то там взломал чего-то. Мы с вами сейчас, Анжела. Слышите меня, Анжела? Да, я слушаю. Хочу с вами поступить намного проще. У вас на телефоне есть госуслуги? На телефоне госуслуги? Это что? Нету. У меня, да. Вообще, у меня нет госуслуг вообще. А почему не пользуетесь? А зачем они мне? Это же облегчает жизнь. У меня у мужа есть госуслуги, там, когда выплаты детские были, вот, пока ковидные, он на себя их оформил просто и получил. Мне как-то не было необходимости.
вакцинацию, он тоже. Смотрите, вы можете на себя зарегистрировать Киви кошелек. Это что такое? Вы можете на себя зарегистрировать Киви кошелек. А это что такое? Вы говорили про него, я спросила, что это такое, я не знаю, что это. Киви кошелек — это онлайн кошелек, которым будете вы пользоваться. Это как карта тоже? Практически, да. Для онлайн различных покупок. И что дальше? Как это сделать? Алло. Для этого вам сейчас... Алло, да. Угу. Для этого вам сейчас нужно зайти в Play Market или в App Store. Есть у вас такие приложения на телефоне? У вас iPhone или Android? Ну, iPhone — это который Apple? Нет, наверное, Android. Да, у вас Android, тогда отлично. Play Market. Угу. Увидите с таким треугольничком разноцветным приложением. Там нужно будет скачать Kiwi кошелек. Сейчас. А как надо? Что-то ввести надо? Так, зашли в Play Market? Да, зашла. Все, поисковике вводите Kiwi кошелек. По-русски писать Kiwi кошелек? Все, ввели Kiwi кошелек? Так я спросила, вы не услышали по-русски? Киви кошелек или что писать-то? Еще раз вас перервало. По-русски писать Киви кошелек или как писать? Да, да, конечно, по-русски или по-английски. По-русски вам, наверное, легче будет. Киви кошелек. Киви кошелек, да. Вот. А здесь несколько, вот Киви кошелек скачать на телефон, Киви кошелек Россия, Киви кошелек скачать бесплатно, Киви кошелек Украина, вот 4. Что из них надо взять? Ну, Украина нам точно не подходит. Давайте самый первый. Давайте. Так. Недоступно для данного устройства. Давайте пробуйте тот, который доступен будет. Ну, я давайте, просто не вижу, так, какие там ярлычки, как они выглядят. Киви. Пробуйте тот, который доступен. Киви кошелек. Снова набираю. Кошелек. Россия. Второй. А ярлычки-то одинаковые, вот оранжевый, как кругляшок какой-то с хвостиком. Так, вот Kiwi кошелек, ага, Россия. Да. Недоступно для вашего, давайте, устройства. Россия. Опять недоступно для вашего устройства. Угу, угу. Хорошо. Сейчас третий попробую. Все недоступны. Сейчас еще третий пробуем. Не пробовала. Так, Kiwi кошелек скачать бесплатно. Конечно, пробуем. Так. Недоступно для вашего устройства. А что, они у меня все недоступны? Хорошо. Может быть, у вас какие-то ограничения есть. Хорошо. А Skype-приложение у вас есть? Skype нету. Нету. Тогда вводите Skype и скачиваем сначала Skype. Это приложение Skype? Нам нужно будет... Просто скачать Skype, да, для общения с аналитиком, так как в этом приложении есть демонстрация экрана, и вам будет удобнее всего общаться с аналитиком. Так, ну, это такой синий кружок и буква S, наверное, да, белая? Буква S такая, змейка, да, английская, буква S. Недоступно для вашего сейчас устройства, опять. Ну, что такое? Все это недоступно. Может, потому может что у меня быть, у вас какие-то старый. Ограничения в самом телефоне? Не знаю, может, у меня телефон старый, потому что. Хорошо, какая у вас марка телефона? Марка, а где посмотреть? На телефоне должно писать. Так, ну спереди ничего нету, сзади. Так, сзади, так, с какой стороны смотреть-то? Какой-то хорошо, кулак. А в каком регионе вы живете? Какой-то кулак, на кулак. Алтайский край. Ага, Алтайский край, я поняла. Действительно, немного странно, что нельзя скачать. Сейчас я этот вопрос уточню. Но у меня сейчас старый телефон не очень. Может быть, потому что старый телефон... А телефон какого года выпуска, не знаете? Ой,
Я не скажу вам даже. Ну, давно уже он у меня. А когда покупали? Ну, так, приблизительно. Ну, больше 5 лет назад-то точно. Ну, скайп должен точно устанавливаться. Ну, я не знаю, но вот я вам говорю, что недоступно. Хорошо. Тогда мы с вами поступим, наверное, таким образом. Я сейчас отправлю вам ссылку на ваш WhatsApp. Есть у вас WhatsApp на этом номере телефона? WhatsApp есть. Все, отлично. Я сейчас вам отправлю сообщение. Вы мне ответьте сообщением в ответ, чтобы наш с вами чат активировался. Хорошо? Ну, я вам отправлю ссылку, и будем работать немножко иным способом, раз так у нас не получается. Хорошо? Ну, хорошо, давайте попробуем. Все, отлично. Тогда сейчас я вам уже отправляю сообщение, и вы мне ответите в ответ, и будем с вами работать. А вы не отключаете? Да, связи. А, вот какое-то пришло. Так, добрый день, это Амина. Вот вы, да? Да, да, конечно, это я. Отвечайте. А что надо отвечать? Что-то написать надо? Алло? Да, 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 я вижу, пишите. Вот, я написала, добрый день, это Амина. А, вот я написала, здравствуйте. А я еще обратила внимание, что вы ранее пользовались скайпом, верно? Ну, когда-то давно пользовалась, когда-то, ну, это было очень давно. Ага, а для каких целей, в принципе? А мы тогда еще с мужем не были женаты, мы еще дружили. И он, ну, когда, в общем, в армии он был, служил, там у него была возможность подключаться, и мы с ним так общались иногда, когда это... Ну, а, я вас поняла, хорошо. Ну, потому что там телефонов у них не было, им телефона нельзя было, а когда он там, ну, я не знаю, как правильно, за это дежурство, он там был... Вы с какого-то другого устройства скайпа устанавливали это и пользовались им? Это давно было, да, это другого, конечно. Наверное, а с какого другого устройства? Ой, слушай, может, на нем сейчас есть скайп? Да это какой-то старый предыдущий телефон, его уже нету давно. Ага, я поняла. Это уже было давным-давно. Заходите в WhatsApp, я вам сейчас скидываю ссылочку, вот. Заходите по ней, и будем скачивать с вами скайп. Так, ну сейчас нажала, крутится. Все. Синим светится? Что? Синим светится? Кто ссылка? Синим светится? А, ссылка? Ну, ссылка. Да, я нажала, крутится. Все. Отлично. Сейчас тогда прогрузится и начинаем скачивание. Что видите перед собой? А пока прогружается, здесь у меня интернет медленный. А, еще прогружается. Ну, ничего страшного, подождем, время у нас есть. Не переживайте, не спешите, все хорошо. Так, ну что-то прогрузилось. Алло. Алло, алло, да. Ну, что-то прогрузилось. Какой-то... Прогрузилось, какой-то отлично. Какой-то trustbox.ru. Trustbox? Ну, вот сверху написано trustbox.ru. Высокие технологии. Видите, алло. Скачай скайп. А, вот этот скайп 8.92.0.206. Да, вот там скачать. Видите? А, вижу. Скачать на Trustbox. Вот именно. Супер. Нажимайте и начинаем скачивание. Давайте. Что у вас, получается скачивать? Ну, стрелочка вот сверху так тикает.
пика это в кружочке, что скачивается, да? Ну, у меня сверху вот, как объяснить-то, сверху, где вот телефон, экран, там стрелочка такая, как пика. Ага, значит, скачивается. Все. Отлично, ждем тогда, пока скачается приложение. А я сейчас тогда отправлю запрос в аналитический отдел, для того, чтобы вам подыскали аналитика хорошего. Надеюсь, что даже у вас будет тот аналитик, с которым я работала. Так будет лучше всего вообще. Ну, просто человек, действительно, в котором я уверена, с которым я работала. То есть у нас штат аналитиков очень большой, так как компания большая. Ну, лучше, если вы его знаете. Так, ну вот что-то скачалось, перестала тикать стрелочка. Скачался, ну, да? Ну, я не знаю, тикать перестала, где его искать теперь? Ну, все, хорошо, думаю, скачался скайп. Нажимайте тогда на скайп и заходите в само приложение. А куда нажимать? На сам скайп, на значок. Вот даже пробуйте на вот эту стрелочку, которую я показываю, что скачала. Так, а ну, уже стрелочки нету, она пропала просто, и все. Хорошо, тогда... Зайдите обратно на ссылку, там уже должен быть значок Skype. Или в вашем телефоне уже появился Skype. Посмотрите сейчас. Просто в телефоне, где меню всех ваших приложений, должен появиться Skype. Ну, сейчас посмотрю. Все, давайте. Ну, они же по очереди выстраиваются, новые в самом конце. Но нет, ничего не вижу. Да, там не вижу увидите. Такого значка. Нету. А что видите? Ну, ничего не поменялось, вот у меня как в телефоне, какие были вот эти значки, такие остались, нового не появилось никакого. Хорошо, ну нажмите опять на ссылку, которую я вам отправила. Опять WhatsApp нажать? Да, посмотрите туда, там должно писать, скачано ли или нет, может быть, вы просто что-то не то нажали. Ну вот я нажала скачать на трэшбоксе. Ну, скачано, наверное. Вот. Нету уже этого синего. Нету скачать. Все, тогда нажимайте на ссылку, и у вас должен открыться скайп. То есть на вот это, где скачано пишет. Ну, ничего не открывается, не знаю, ничего не открывается. Просто не тыкаю вот, и ничего не происходит. Хорошо, я поняла. Тогда можем с вами поступить таким образом. Я сейчас уже отправляю в аналитический отдел нашу заявку к аналитику. Сейчас мне придет ответ, и я вам сразу же перезвоню. Хорошо. Или давайте посмотрим еще раз, в скайпу вернем. А что посмотреть нужно? Алло? Алло, да. Да, пропали вы опять куда-то. Вы посмотрели? Ну, не появилось значков, нет у меня значков никаких. Нету значка скайпа скачанного. Нету. Действительно странно немного. Сейчас я... Ну, что он куда-то скачался, какой вариант может быть. Я, ну, не... Нету его вот на этом, на экране, просто где-то там он, внутри телефона. Алло. Он у вас в загруженных файлах. У вас должна быть, может быть, даже приложение есть загруженные. Там он должен быть. А это где смотреть? Вы заходили через какой браузер? Какой браузер? Ну, какой открылся, да, я не знаю. Назывался? Я вот нажала на эту... на синюю вот эту надпись, которую вы мне прислали. И он открылся. Где посмотреть-то? Ну, Google, вот когда наверное. Вы на... Наверное, Google. В телефоне, вот каким вы браузером Google пользуетесь, да? Ну, здесь вот Google у меня, вот эта плашка Google в телефоне. Значит, зайдите, может быть, в Google, и в верхнем правом углу должны быть загрузки. Там может быть вот этот вот загруженный Skype.
Так, это посмотрите вот куда там. Поиск Google надо, да, нажать? А, даже не в поиск, а там в углу есть загруженные. Ну вот нет, чтобы как Google-то зайти? Вот поиск Google, да? Введите адрес или поисковой за. За. Введите адрес или поисковый за. И потом значок микрофона. Справа вверху три точки, видите? Нет, есть значок микрофона, нету трех точек. Написано вот введите адрес или поисковый за. Это поисковый. Значок, да, значок микрофона. Ну вот туда я обычно ввожу то, что мне надо, и ищу. Вот выше, чем значок микрофона. В самом уголку три точечки. Нет, там уже заряд батареи где показывает выше. Вот заряд батареи, потом полоточки. А ниже, вот, ниже немножко. Ниже google.com и стрелочка вверх и влево. На стрелочку нажимайте. Нажму. Так, ну вверх, здесь вот, вот это в самом верху, этот самый, вот этот сайт, который вы мне прислали, и ниже вот те, которые я раньше была по списку. Это вы историю открыли? Ну, а должны, наверное, быть загрузки? Ну, нету, вот я вам говорю то, что есть. Либо скачанные файлы. Нету такого. Хорошо, а что еще видите? Ну, вот этот список, потом клавиатура моего телефона. Еще мне скажите, вот вы зашли в Google, там просто буква «Г» такая на ярлычке или в таком кружочке Google пишет? Нет, у меня пропуска такая на экране телефона, и в ней написано Google. Ага. А, я вас поняла, хорошо, тогда сейчас еще там посмотрим. Минуточку. Все, я вас поняла, смотрите. Алло. У вас в правом, алло, да, у вас в правом углу сверху должна быть такая точечка разноцветная с буковкой, видите? В правом углу у меня заряд батареи. И эти самые, вот эти полоски, ну, сети, наверное, ниже, да? Немножко, ниже, чем батарея. Такая красненькая или синенькая кнопочка с буковкой. Наверное, с буковкой А. Нет, у меня ниже батареи идет вот этот значок человечка. Но как, если бы была у вас фотография, то у меня бы высветилась ваша фотография. Потом номер телефона ваш, с которого вы звоните. Вот, нажимайте на этого человечка. А, ничего не происходит. У меня вот если бывает звонят те, вот кто у меня в контактах, и фотография есть, там и фотография этого человека. А раз вы у меня в контактах у вас нету, то и фотографии нету. Хорошо, тогда нажмите на него пальцем и сдвиньте его. Кого? Человечка. А как я его сдвину-то? Никак он не сдвигается. Нажмите на пальцем, зажмите его. Да, и нажала. В сторону. Ничего не сдвигается. Не сдвигается. Нет. А у вас компьютер есть? Компьютера? Ну, нету сейчас. Дома? Нету. Нету. А может планшет или какое-то другое устройство? Ну, у меня у старшего сына есть планшет, но его сейчас дома нету. А когда он будет дома? А что ты его знаешь, когда он будет дома?
Ага, поняла. Каникулы же начались. Ага. Гуляет он сейчас, да? Ну, он гуляет, он может к бабушке уйти, там поночевать, или к отцу к своему уйти. Ага, а Анжела, вот смотрите, у меня здесь Алло. О, алло, Анжела. Это нас перебило. У меня здесь появилась информация, что вы ранее общались уже с менеджером, наверное, нашим, да, и торговали на валютном рынке. Это я? Верно? Я? Торговала? Вы что? Торговали. Нет. Ага, и как? Нет? Нет, конечно. Я же вам скажу, откуда я, когда бы я успела-то? Может, попутали чего-то? Ага. Алло. А, у вас был скайп зарегистрирован. Ну, может быть, и есть у меня скайп. Я же говорю, у меня когда-то был скайп, когда я еще вот с мужем замужем не была за ним, а он в армии служил. Мы с ним разговаривали по скайпу. Я же вам рассказывала. Алло. Пропали. Алло. Алло, алло, алло. Да, да. Вот, я вас мы слышу. С ним разговаривали. Да. У меня был скайп, но я не убирала никакую регистрацию. Может, он и есть до сих пор, я не знаю. Угу. Наверное, он еще и зарегистрирован. Я же никому его не отдавала, этот скайп. Угу, угу. Я вас поняла. А, хорошо. О, сейчас посмотрю, как еще можно на скайп. У вас скайп просто, я вижу, на ваш номер зарегистрирован, на sergeyev.aqualung. На мой номер, вот на этот? Да, 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 да. Ну, вот, может быть, потому что этот номер-то у меня уже давно. Ну, он, собственно, у меня другого и не было, вот много лет. И, наверное, я и регистрировала его на этот номер, когда вот мы с мужем да, разговаривали, когда он в армии служил. Угу. Наверное, ну, так все и есть, хорошо. Да. Хорошо, давайте с вами тогда поступим так. Я сейчас проработаю, какие еще есть возможности нам с вами скачать скайп. Угу. И тоже иду пообщаюсь с аналитиком, с которым вы будете работать. И вам будем скачивать скайп. А вы пока хорошо. Пообщайтесь со своим мужем, чтобы он пополнил вам карту. Может быть, сумма есть у него или у вас. Я вам перезвоню через минут 15. Мы обсудим, как мы можем пополнить счет. И обсудим, как мы будем уже начинать работу. Хорошо? Ну, то есть мне надо ему позвонить, спросить, ли, есть ли у него вот 10 тысяч, да, на карте? Либо так, либо просто, чтобы вы отдали ему наличными, он вам дал в использование карту вашу. Мы пополним счет и начнем работу. Так, а я ему сейчас не смогу дать наличные, он же на работе. Даже когда вернется. А, я ну, сейчас проработаю возможности, какие у нас скачать скайп. Угу. А нам скайп нужен-то будет, вы что-то, я уже забыла, для чего. Мы там будем с его помощью пополнять все. А еще такой вариант поступил. Может быть, у вас есть телеграм вместо скайпа? Нет, у меня телеграмма. Нету телеграмма. Mm-mm. Давайте ну, тогда пробуем вот вместо скайпа скачать телеграм. Телеграм? Ну, давайте попробуем. Да, в Play Market вводите телеграм и скачивайте телеграм. И уверена, что телеграм точно скачается, так как приложение даже у моей бабушки стоит и нормально работает.
Уверена, что скачается. Ну, может, у вашей бабушки айфон какой-нибудь последней модели? Да нет, у моей бабушки, если не ошибаюсь, Xiaomi или Huawei, ну что-то такое, китайское недорогое, старенькое тоже. Mm-hmm. Ну, еле-еле научила вообще пользоваться. Ну это да, я не знаю, наверное, я свою бабушку точно не смогла научить. Да я сама не умею. Телеграм. Вот. Я тоже вот недавно себе купила новый телефон с зарплаты как раз. Каждый день учусь чего-то, чему-то новому. Вот купила iPhone, также зарабатываю на инвестициях, уже вот второй год практически пошел. Говорю, телефон такой, ну, дорогой, в принципе, да, но каждый день учусь чему-то новому. Всякие, очень много всяких заморочек в нем. Это у вас зарплата такая, что вам хватает iPhone купить на нее? Зарплата частично. Я больше зарабатываю на инвестициях. Я уже говорю, второй год работаю в данном направлении. И, ну, успехи действительно заметны. А какая у вас гораздо зарплата? Увереннее себя вообще в финансовом положении чувствую. Что-то? А какая у вас зарплата? Ну, зарплата, если честно, достаточно средняя. Ну, выше, чем у вас, так как работаю в финансовой сфере. Достаточно выше. Ну, основной стоимостью заработка я зарабатываю именно на инвестициях. А сколько вы зарабатываете, сколько получается? Ну, по регламенту, к сожалению, не могу с вами обсуждать такие суммы. У меня очень большие штрафы в фирме за такое. Mm-hmm. Я бы вам рассказала, конечно, я уже с вами так, ну, очень нравится мне общаться. Но, к сожалению, по регламенту не могу вам разглашать эти суммы. Так как ну, компания государственная, известная. Как у вас дела с Телеграмом? Скачивается? Так, а что надо набирать? Так и набирать. Телеграм, да? По-русски? Телеграм, да, по-русски. Голубой фон и такой самолетик бумажный такой, отправленный, там, на ярлычке должен да, быть. Да, есть такой. Есть такое? Отлично, скачиваем. Недоступно для вашего устройства. Алло. Алло. Алло, алло, да. Недоступно, пишет, для вашего устройства. Недоступно. Хорошо. Ну, я вас поняла. Хорошо. Телефон старый. Алло. А как вы скачивали вообще вот WhatsApp? Если у вас Telegram недоступен, Skype недоступен, WhatsApp же у вас есть? А я этот WhatsApp скачивала, когда только телефон купили, я его скачивала. Ну, тогда у меня все нормально скачивалось. А сейчас такая вот есть проблема, у меня мало чего скачивается. У меня вот и раньше так было. У вас сейчас 5:30, верно? Верно, да, без 5:25. Вот. Скоро муж будет дома. Правильно? Ну, около 9 где-то будет, около 9. Скоро, да. Сейчас вот. Буду готовить. Все, отлично. Тогда с мужем вы деньги зачисляете ему на карту, будем с этим работать. А касательно программы Skype, Telegram, технически этот вопрос я сейчас решу. Хорошо. Я сейчас посмотрю. Хорошо. Да-да-да, слушаю. Не, я говорю, хорошо, я поняла. Все, отлично. Тогда... Алло. Тогда мы вам сейчас перезвоним где-то за 15... Не, где-то когда муж, наверное. Чего? Алло. 20 через... Алло, алло, да, через 20-30 минут я вам перезвоню. Я как раз думаю, что у меня уже будет ответ от аналитика, и мы с вами продолжим. Я сейчас решу технические вопросы касательно Скайпа или Телеграма, как можно этот вопрос решить. Хорошо? Хорошо, хорошо, да, давайте. Все, тогда через 5:30 с вами связываемся. Хорошо. Отлично. Да, спасибо. Все, до связи. Да, до связи. У вас все получится обязательно, я спасибо, уверена. Я надеюсь. Все, спасибо. Да, давайте, спасибо.
Алло. Алло. Алло, Анжела, слышите меня? Да, алло. Здравствуйте. Это Амина. Мы с вами общались. О, да, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. А вы как в Екатеринбурге находитесь? Да, смотрю, что у вас Екатеринбург написано. А, касательно номера? Ну да, вот у меня написан телефон в Екатеринбурге. Я нахожусь в Москве, просто звоню вам через телефонию, и она подбирает разные каждый раз номера, наиболее удобные для дозвона. А, я вам на тот номер, с которого вы мне звонили вот сегодня, я вам пыталась набрать, а там нет для соединения. А, да так же не наберете. Это телефония, она каждый раз новые номера подбирает. Он мне с обычного, он мне с нормального, это позвоните, чтобы у меня был телефон нормальный. С нормального я вам тогда вот тот номер, что по WhatsApp, можете мне в любое время звонить или писать на WhatsApp. А, нет, а вот с обычным, просто с телефона на него можно позвонить? Как, ну, с какого как на телефон именно? Ну, не по WhatsApp, а вот просто, как, ну, как с телефона звонить. На телефон, да, я вам могу в WhatsApp прислать телефон, сможете мне на него также звонить. Просто по телефону? Да, да, да. Угу. Вам могу прислать номер. Ну, хорошо, давайте. Все, отлично. Да. Давайте сначала с вами обсудим касательно суммы пополнения. Как у вас с деньгами? Решили этот вопрос? Ну, у меня муж пришел, я ему рассказала там вот все вот то, что мы с вами обсудили. Но не могу сказать, что он прям хочет, согласен со всем этим, но готов и разрешил там 5 тысяч, как сказал, выделить. Он говорит, потому что, ну, он прав, может быть, и сейчас и не стоит много, потому что и Новый год, и подарки мы еще завтра поедем покупать, и детям, и родителям, и к столу надо что-то, поэтому тут еще и жить до зарплаты надо будет в неделю, потому что зарплата только 10-го будет. И, в общем, ну, конечно, это мало ли на праздники, может, там поедем на шашлыки куда-нибудь, там пожарить или в баню поедем, то есть деньги-то нужны, сейчас все деньги, если потратим, без денег оставаться-то не хочется. Ну да, поэтому... я вас поняла. Да, ну, он сказал, ну, 1005 максимум, 1005 сказал максимум. 1005. Да, ну, или после праздников уже. Ну, нам с вами сейчас ни в коем случае откладывать это дело нельзя, так мы уже вот, даже к Рождеству мы уже успеем заработать первые деньги. Да и в принципе, даже сегодня, если бы мы с вами пополнили ваш личный счет, вы еще успеваете на вечернюю сессию, то к Новому году уже бы тестовый период прошли бы и уже увидели первый свой заработок. Давай сегодня-то я уже не успею пополнить. Я понимаю. Да, вот слушайте, что я вам предложу. Деньги у вас сейчас уже есть у мужа на карте, вот те 5 тысяч, про которые вы говорили? Нет, они у него тоже наличкой. Тоже наличкой. Он, да, хорошо. Он как раз зашабашил сегодня 5 тысяч, сказал, вот тебе это тогда вместо подарка давайте на тогда Новый так. год. Он хотел подарок на Новый давайте год, тогда он сказал, так. что вместо подарка тогда на тебе 5 тысяч. Ну, я вас понимаю, да. действительно. Сейчас у него все вот деньги на карте. Тогда он так. тоже не любит давайте... на карте деньги держать. У него просто зарплата приходит, у него карта есть, да. Ну, он тоже обычно все снимает. Ну, а за шабашки снимает, так ему да. платят, так вот дают. Ну, все, я поняла. Ну, хорошо, тогда мы поступим таким образом. Давайте так, пополним завтра сумму на 5 тысяч. Сделаем резерв. Давайте. А резерв, в смысле, это что такое резерв? Алло? Место зарезервируем для вас у аналитика. Вы убедитесь в том, что ваши деньги действительно в порядке. Я вас познакомлю еще с аналитиком, он вам покажет, как ваша, то есть торговля будет происходить вообще в валюте, в долларах. Вы пополняете счет в рублях и конвертируется туда сразу на платформе все в доллары. Вы увидите, как это все происходит. А мы торговать-то сможем на эти 5 тысяч или это просто как зарезервировать? А, сумму нужно будет дополнить до 10, чтобы так начать. Так это только после период. Праздников. А так получается, что я эти 5 положу, у меня их не будет и ничего сделать с ними не смогу и заработать на них не смогу. И только после праздников, после того, как я еще зарплату получу, доложу еще 5 можно будет. Правильно? Хорошо. А если попробовать с 8? Ну, нет у меня 8. Не разрешил, он говорит. Нет, ну, мы посчитали, но не получается. Вот только 5 максимум. Так, вам эти деньги, они нужны, ну, буквально на 3 дня. В смысле на 3 дня?
Не поняла. Посмотрите, 3 тестовых дня. А что они мне дадут-то? Вы же говорите, нельзя торговать на них. Вы не поняли. Послушайте. У вас будет 3 тестовых дня, с которых мы действительно начнем с 8000. Ну это какое? Кстати, ну это тогда получается, ну там что, суббота, воскресенье выпадает, и там как раз праздники. Первое число тоже мы, ну как, мы 2-го поедем отдыхать, наверное, куда-нибудь в баню там друзьям. Мы с вами поступим таким образом. Мы сейчас, главная наша задача — найти сумму. Главное, что у нас есть действительно ценное предложение, с которого мы начнем. Ну 5 вот есть, у меня есть 5. Мы сделаем с вами резерв, но вот даже, послушайте, если мы уже с вами нашли 5000, то я думаю, найти недостающие, ну, это очень легко. Почему? Я их не искала, это, ну, мне муж просто вместо подарка, он хотел, ну, вот, на подарок потратить, а специально сегодня пошел, подработку взял. Это очень легко, мы точно их найдем. Ну, где мы их найдем? Ну, даже ваши наличные. Я даже, знаете, вот нет, я вот даже на улице даже никогда больше там 100 рублей не находила, а вы говорите 3000 найти. Как, где я их искать-то буду? Хорошо. Я вообще не везучая в этом плане. Я от ребенком была, там вот детьми, когда были, кто-то там рубль находил, там 3 рубля находили. Я сроду больше 10 копеек ничего не находила. А сейчас тем более, где я что-то буду, как я найду-то? Хорошо, тогда давайте так. Я действительно сейчас закрепляем за вами место у аналитика на вот эти вот 5000. А торговать нам мы на них можем? Заработать-то я смогу на эти 5000 что-то? Я вам уже ответила, говорю, что, увы, начинаем только с 8000. Ну, но 8 закрепляем у меня место будут, за 5. 8 у меня будут только вот после праздников, я получу 10 числа зарплату. И тогда у меня будет все 10, даже больше, чем 8. Тогда давайте после праздников и начнем. А зачем я буду сейчас-то 5000 эти, ну, складывать, и толку-то не будет никакого. Лучше пусть они дома лежат, мало ли, пригодятся на праздниках. Может, что купить еще надо будет, или там... А, ну, хорошо, смотрите, работы, тогда не, подработки не будет, разницу. Работы не будет, нигде их не... Ну, а так вот деньги будут дома. Если на них не зарабатывать все равно. Алло? Алло, алло, да. Угу. Смотрите. Я понимаю, что новогодняя суета, праздники. Ну, конечно. Вы-то тоже, наверное, готовитесь на к праздникам. Это требуется. Ну, конечно. Я понимаю вас. Ну, и обычно тратится-то больше, чем запланируешь. Вот запланируешь столько потратить, а потом что-то... Там или кто-то в гости, ну, да, приедет, быстро подарки, надо что-то к столу это купить и подарки купить дополнительно. Либо самим там куда-то там пригласят там на лыжах покататься или в баню, там тоже деньги нужны, с пустыми руками же не поедешь там бутылку докупить. Поэтому, а подработки, ну, не будет ни у меня, ни у него, ни у мужа, я имею в виду, поэтому, ну, нигде их больше не взять. И поискать не получится. Я это все понимаю, конечно же. Да. Самой, знаете, тоже семья, тоже муж, подарки, ну, так родители. У вас зарплата, что вам позволяет зарплаты купить айфону? У нас не такие зарплаты здесь. Это у вас в Москве там зарплата, что можно айфон, ну, купить на зарплату. Же? А нам, все на, разные люди. Нам год надо на айфон работать, чтобы заработать. А поэтому вот вы хотели бы айфон? Нет, я, мне все равно какой. Мне лишь бы разговаривал телефон. Ну, вот видите, у вас немного такой дорогой другие ценности. Телефон? Ну, конечно. У нас тут другие задачи, поэтому для вас эти 3000... У меня это больше даже может, для работы. Может, у вас там в Москве 3000 легко найти, там роняют люди такие деньги, а у нас и рубля не найдешь так просто. Тем более, снег пройдет, так вообще ничего не найдешь. Как я их найду? Хорошо, я вас услышала. Смотрите, вот, я вам скажу так. Алло, вы пропадаете? У каждого человека абсолютно свои приоритеты. Вы пропадаете. Послушайте. Да нет, вы говорить начинаете, а потом звук пропадает, и как будто связь прерывается.
Меня сейчас слышно? Сейчас слышно, да. Смотрите, у каждого свои приоритеты. Угу. В вашем случае, я же вижу, что ваш приоритет главный – это семья, правильно? Ну, конечно, а как у вас, наверное, тоже? Семья, чтобы все сыты были, с подарками, чтобы были. Случае, а нужно... то у дитя куртка порвется на горке, и все, а мы без денег совсем. Это же тоже, как вы себе это представляете? Алло, опять пропали, я вас не слышала. Алло. В вашем случае, вашим приоритетом будет семья, я это прекрасно понимаю. Ну, почему будет? Она и есть сейчас, и была. Вот. Послушайте меня внимательно. Угу. В вашем случае приоритет – это семья. Ну, конечно, я же говорю тоже, что, конечно, семья важнее всего. И чтобы здоровы все были, и сытые, чтобы все были, и чтобы куртка не порванная была целая у ребенка, и чтобы все были накормлены. Я вас прекрасно понимаю. Только послушайте меня вот сейчас внимательно. Угу. Как человека более компетентного в данном направлении. В семье компетентного? У вас, договорились? У вас дольше семья, чем у меня, вы думаете? В чем компетентность? В семье компетентность? Да нет. Алло, вы пропадаете как-то. Что-то... Алло, да. Да, вы пропадаете или замираете. Да, я теряю мысль, которую вы говорите. Ну, может, мы немного со связью проблемы. Угу. Сейчас говорю более о компетентности в своей работе, то есть компетентности в инвестициях. Ой, я в этом ничего не понимаю, конечно, я же не спорю с вами. Вот. Поэтому послушайте сейчас меня. Угу. Не перебивайте меня, хорошо? Я не перебиваю вас, конечно, слушаю. Ну все, конечно, отлично. Ну тогда вы говорите, потому что так? Вы замолкаете после того, как вы хотите что-то сказать. Я забываю, что вы хотели сказать. Все, хорошо. Ваша задача сейчас сделать так, чтобы у нас с вами появилась вся недостающая сумма для начала работы. То есть вы говорите, что 5000 уже вам муж одолжил. Верно? Нет, он мне так дал, вместо подарка. Я же вам рассказала, что он сегодня пошел на шабашку. На шабашку пошел, чтобы заработать на подарок мне на Новый год. Но я попросила, чтобы он мне отдал, подарил тогда деньгами. Его, он, конечно, расстроился, потому что он там что-то уже присмотрел, что-то хотел мне купить, подарить. Но я попросила его делать это, чтобы мне эти 5000 подарил. Он мне сегодня их подарил тогда. Не одолжил. Вы мне говорили. Но вообще у нас не принято это одалживать. Кому надо, тот и берет. Ну, без вопросов. А вы с мужем друг другу деньги одалживаете? Нет, иногда бывают такие прям глобальные какие-то покупки. То есть я могу ему одолжить, же. Он мне потом отдаст. Ну, а вы говорите, конечно, ценности у вас семейные на первом месте. В семье все должно быть вместе, общее. И деньги мужа, это общие деньги у нас, такого нет, чтобы он мне одалживал. Но у нас, в принципе, такое может быть. Я считаю, что это достаточно нормальная практика в молодых современных семьях. Ну, это неправильно. У нас тоже молодая современная семья, но это неправильно. Деньги мужа – это общие деньги. Если он с вас потом долг трясет, это что-то не то, неправильно так. Объясните ему, что это неправильно, не надо ему возвращать. Он же себя мужчиной не будет чувствовать, если вы ему отдаете, возвращаете. А как тогда забота? Он совсем о вас не заботится? То есть, почему же не заботится? Заботится. Ну а как? А долги с вас трясется? Это ужас какой-то. Ну как можно с жены, вообще с жены деньги забирать? Ну, я вам так скажу, как что... Как это в долг? Если бы мне муж сказал, что в долг мне дает, он бы без глаза бы остался бы. Положение. Ну, какие финансовые положения? Хоть какие? Все хорошо. Или он у вас в тяжелом финансовом положении, муж, что он у вас долги выбивает? Не, у меня муж достаточно нормальном, хорошем даже, я бы сказала, финансовом положении. Но это просто мы а так что, распределяем бюджет. Давайте все же мы...
ужас какой-то. Вы ему объясните, что так нельзя. Это хорошо. Это его в первую очередь не хватит. Я прислушаюсь к вашему мнению и обязательно проговорю этот момент. Давайте, ну, конечно, а вы говорите семейные ценности, а какая это семья-то? Я считаю, что вы действительно права. Я обязательно обговорю этот момент с моим мужем. А сейчас мы давайте с вами вернемся к нашим финансовым вопросам. А он с вами вот вместе работает, подарил... ваш муж? Нет, нет, конечно. Он меньше зарабатывает, чем вы? Нет, чего это взяли? Ну, раз он с вас долг просит, так он еще и зарабатывает больше, чем вы, еще и долги с вас собирает. Ой, ну какой ужас, я вам не завидую. Я говорила про единичные случаи, такое бывает крайне редко. Ну, такое все же бывает. Мне кажется, так мне бы одного раза бы хватило, я даже не представляю, как бы мне муж сказал, верни мне. Купил что-то и верни мне. Ну, это было бы, наверное, первый и последний раз. Давайте отойдем немного от вопроса о моей семье. Давайте поговорим о вашем будущем заработке, о том, как вы будете делать подарки своему мужу, своим родным, своим друзьям, может быть. Ну, конечно, давайте. Поговорим об этом. Муж вам подарил 5000, а вы мне говорили, что у вас еще есть немного денег в наличных. Я думаю, 3000... Нет, там не так уж и много. Да, есть, но это на праздники все разделено, распределено. Ну так мы же на краткую перспективу, мы их не задействуем на длительную, то есть... Муж не разрешил, сказал, не надо. Мы посчитали, сели с ним и распределили все, сколько остается, а там ничего не остается. Завтра еще продукты купим, посмотрим, сколько... Ну надо еще посмотреть, сколько завтра на продукты потратим, потому что мы еще продукты не закупали, вот после обеда поедем. У меня завтра смена пораньше заканчивается, а он не работает завтра. Мы завтра, он меня дождется, и мы пойдем с ним за продуктами, на рынок пойдем, мясо купим, вот, там, ну, фруктов всех, там, вина, водочки. Понимаю, да, вот, конечно. И сколько останется, ну, посмотрим, не знаю, мы что-то так прикинули, что ничего и не останется. А еще же надо и на праздники, там, до 10-го-то дотянуть. Ну, Анжела, у нас с вами для начала работы есть уже 5000. Я думаю, 3000 можно выделить уже, чтобы попробовать, и чтобы не вы знаю, просто узнали. Не знаю, это надо посчитать будет завтра после того, как мы с магазина придем, все закупим, посмотрим, сколько останется, если удастся сэкономить. Цены-то сейчас вон как выросли все с праздником. Поэтому посмотрим, почему почем последний день перед праздниками. Будете скоро праздновать Рождество, допустим? Ну, конечно, так мы в Новый год сначала будем праздновать, ну вот, потом Рождество. Так мы уже, ну, Новый год это вот уже послезавтра, кстати, с наступающим вас, Анжела. Да, спасибо вас тоже. Спасибо. Так у нас так ничего вот не куплено Рождество еще. И к Рождеству? Еще? У нас еще ничего не куплено даже к праздникам. Я понимаю, у меня точно так же. Я вот все в последний день, 31-го, буду и покупать, и готовить уже, наверное. Ну так вот. Как сейчас мы я в работе полностью. Да, мы завтра запланировали. Брат приедет на машине, главное, и мы с братом нас... вот вместе поедем. Он для себя будет покупать, а мы для себя. Я вас поняла. Но сейчас самое главное, это то, мужа, что у нас есть уже 5000. Для начала. Угу. Ну да, целых 5000 у нас уже есть. На краткую перспективу можем найти еще 3000 и уже... А где, как найти-то? Я же говорю, у нас ничего не найти. У нас, я говорю, больше рубля ничего не найдешь. А сейчас еще снег, если выпадет, то и рубля не найдешь. Вы же мне говорили, что у вас наличные есть. Вы поймите. Есть, да. Ну, так надо купить продуктов. Нам на что-то докупить-то будет целых 3000. Вы что? 3000 вы потратите на продукты, и вы их просто съедите. Понимаете? Ну как, не только на продукты. Еще ребятишкам подарки надо купить. А так вы эти 3000 приумножите. И уже к Рождеству ребятишкам надо купить, родителям надо купить. Ну а как, а поздравиться-то надо, но не обидятся ребятишки, если ничего под елочкой. Ну, там больше, чем 3. Ну, так там все будет, и продукты, и подарки, и что-то на праздники надо оставить. Мы сейчас говорим только о 3000. Так а там останется, это та сумма, а которой нам не хватает. 3000. Так а если нам их не хватит на еду просто, мы не доживем до 10-го. Если не хватит, вы заберете ее уже с торгового счета вашего.
Ну, не знаю, там, как это получится, заберем, не заберем. Смотрите, вы поработаете, даже если пополним уже сегодня, завтра и в субботу, перед Новым годом. А что в субботу, работает, что ли? Следовательно, уже за эти три дня вы уже заработаете 20% от 10 тысяч, которые вы сможете вывести. А что я в субботу-то заработаю? Суббота 31-е, уже выходной день. Там салаты будем резать, потом собираться, мы к брату, у него там дом за городом, мы поедем в деревни, там будем праздновать. Вот пока режете салаты, открыли сделку и заработали, будете совмещать приятное с полезным. А какие сделки? В субботу что, работа? Вы работаете в субботу, что ли? А, торговая площадка работает практически 24 на 7. У нее есть сессия, и она... Мы будем в субботу. Я уж не хотела, говорю, ну, может, пить утра начнем, уже выпьемши будем, начнем провожать Новый год. Так вы не пейте в субботу. Ну, а какой праздник-то, какой тогда Новый год, если мы не будем выпивать в субботу? Вечером, а в день вот, еще когда будете салаты резать, то все на трезвую голову. Еще поработаете, еще заработаете. Но это же гораздо лучше не... Ну да как? Сейчас так в современном обществе устроено. Не знаю, каком. Ну, где сначала у вас заработать, машины, а уже потом наверное, на так. эти деньги гулять. Мы уже с утра начинаем провожать Новый год уже. Я вас понимаю. Но давайте мы с вами сначала заработаем эти деньги, а потом на эти костюмы заработанные надо деньги будем провожать. Порядок. Ну, не знаю. Давайте будем пробовать. Вот я понимаю, что давайте вы сейчас сомневаетесь. Ну, давайте, вы действительно, может быть, вот у вас у меня какие-то... Есть. Давайте 5 тысяч. Что там, нормально, большие деньги. 5 могу. Давайте за 5 тысяч мы с вами сегодня даже сделаем резерв. Зарезервируем за вами место. И они будут и просто до 10 числа лежать, что ли, 5 тысяч, без всего, без прибылей? Но я считаю, что нет. Это невыгодно, чтобы деньги у нас просто лежали, да у вас нет, на счету лучше до 10 числа. Лучше я 10 всю сумму и положу тогда, зарплату получу. Тогда зачем я буду 5 класть? До 10 числа у вас появится зарплата, да? У меня 10 зарплата будет, да. За декабрь, да, будет зарплата 10, 10 тогда все положу. Ну так сейчас вот Новый год, потом Рождество. Вот, да, деньги нужны, вот те, которые есть сейчас, все распределено. Вот только 5 тысяч у меня вот с мужем подарены на это дело. Потом еще 24 февраля. А что там 24 февраля? День влюбленных. О, не, мы не празднуем эти дни. 23 февраля празднуем. А день влюбленных вообще, по-моему, в другой, не 24-го, раньше, по-моему. Ну, 23 февраля празднуем, да. Ну, подарок-то надо купить. Видите, сколько у нас праздников, в принципе? Ну, до 23 февраля вот и заработать получится тогда с 10-го. Так а в чем проблема выделить сейчас эту сумму, чтобы начать работать уже сегодня? Так я же вам объяснила, ну тогда не на что будет ни подарки купить, ни продукты купить, ни прожить до 10-го. На что мы будем жить-то 10-го, до 10-го? Вы так говорите, как будто вы эти деньги безвозвратно отдаете и месяц будете без денег. Вы к Новому году уже заработаете свою первую прибыль и сможете себе даже ее на карту вывести и ну, уже как я ее к Новому году как я заработаю я ее к Новому году, если Новый год уже вот через день. Так, завтра отлично. Последний рабочий день. Мы за 3 дня все. Уже откроем ваш счет. И вы уже сможете сделать первые сделки. Они делаются буквально, ну, за 5 минут. Нам вам завтра. Помогает аналитик просто. Нам завтра просто надо говорить купить вам продукты какие? В обед. Мы завтра до обеда заработаем. Мы завтра к обеду не заработаем. А нам завтра надо до купить обеда продукты. Вы уже заработаете. А когда я заработаю, это сейчас спать, а плюс утром на работу. $10. Вот мне сейчас уже спать ложимся, а завтра мне к 7 на работу. В 8 у ребятишек утренник в садике. И мы до 2, ну до часа точно будем работать, до сна. До сна родители должны завтра всех забрать, завтра короткий день. А потом мы сразу поедем за продуктами. Когда я заработаю, это что?
И нам деньги нужны завтра будут покупать продукты. Когда я что заработаю-то? Я же вам объясняю. Вот у меня есть... Вы же не целый день будете с детьми. Как не целый? У меня работа, я нянечка в садике работаю. Не целый, до часа. В час должны забрать родители. Ну так садики же работают там до 5-6 максимум. Завтра короткий день. Завтра вообще в час, мы сказали родителям. Ну вот, тем более. Забирать всех до сна. А потом мы сразу едем за продуктами. Сразу же. Мне муж с братом со своим заедут за мной на работу. Машиной едете? Что? Машиной едете? Брат мужа приедет на машине, он его заберет. Ну так вот, вы же даже в машине, сидя с телефона, сможете работать с аналитиком. Это займет у вас 15 минут буквально, как раз по дороге, когда вы будете ехать в магазин. И уже за это время вы заработаете. Ну мы сначала на рынок, потом еще в магазин, еще. Я не знаю, каким они маршрутом поедут. Да. А это не важно, нам каким маршрутом они поедут. Важно то, что вы даже в машине сможете работать. Просто, чтобы у вас был с собой телефон. И уже тогда заработать. Вот это нам важно. А как мы заработаем-то, если у меня деньги-то, они вот наличкой, вот у меня 5000 рублей. Что мне с ними делать? Так, завтра. Завтра. Завтра я на работу, у меня с 7 работа. Что? Я понимаю, Анжела, что у вас очень много сейчас работы. Ну, завтра не сильно много будет, потому что до обеда сказали мы родители. Но давайте с вами поговорим как человек с человеком. А я с вами так и разговариваю, как человек с человеком. Вот вы мне говорили, что вы хотите себе приобрести телевизор в ближайшее время. Хотел, да, хочу. У меня вот, ну вот. Желание самое первое – это телевизор поменять. Но одного, понимаете, что одного желания мало. Хотеть – это мало. Ну, конечно, да. Надо накопить. Поэтому телевизор я... Вы что-то за телевизор, это... я уверена. Что телевизор, попадает. Это не ваше основное желание. Вы обращались не ради телевизора. Я уверена, что у вас есть место большее, на что бы вы хотели заработать. Нет, мне телевизор надо поменять. Он старый телевизор. У него уже пульт не работает, там все кнопки позападали. Приходится на кнопки найти к телевизору, подходить, жать, переключать каналы и громкость. И сам он уже плохо показывает. Там какие-то точечки, как-то муж сказал, выбились. И он, ну и он маленький. Я хочу побольше, хорошо. Большой, чтобы был. Потому что у меня уже зрение... А кроме телевизора, есть уже мысли как-то глобально. Чего вы еще в жизни хотели бы добиться? Ну а что мне? Я все добилась. У меня семья, у меня дети. Ну, сын хочу, чтобы поступил сам куда-нибудь в колледж. Чтобы не болтался. А в какой колледж? Ну, он еще не решил. Он еще не решил, в какой. Ну, это он думает. А какого возраста ваш сын? Ну, ему почти 18 скоро. Вот он последний класс заканчивает. Ага. Я вас поняла. Так, может быть, даже в университет какой-то? Ну, не знаю. Хочет в колледж, чтобы быстрее образование получить и работать. А хотели бы, чтобы в Москве учился или в Питере? Ой, зачем? Нет, это далеко. Я буду, у меня сердце будет болеть за него. Как он там? Чем он там занимается, где болтается. Пусть лучше здесь под боком. Так, у нас вы есть колледжи хорошие. Сына держать под своим крылом. Ну, так я же нужно его не держу ребенку. Специально. Ну я же его специально не держу. Ну а если бы он сам захотел уехать учиться в Москву? Ну если сам вдруг захочет, ну будем разговаривать, но он пока ничего не говорил про это. Ну вот. Он еще сам не знает, чего он хочет, он еще не закончил школу. О, вот придет и скажет, он даже завтра, вот мама, хочу я учиться в Москву. Ну. Я думаю, вы как умная, любящая мама, только бы были рады ему стремлением и пытались бы ему как-то помочь в этом, верно? Ну, а как я ему помогу? Ну, хочет учиться, пусть едет учиться, если поступит. Но он же не поступит в Москву, ну, все может равно быть, он троечник. Как-то финансово, чтобы ребенок вас жил не в
общежитии, да, в каком там состоянии они сейчас, ну, сама, в принципе, недавно университет заканчивала, ну, как недавно, относительно. Знаю я, какие там общежития, гораздо лучше жить на квартире, вы бы даже, у вас бы даже была бы возможность оплатить ему какую-то там небольшую квартирку здесь. Не, ну, верно? Захочет, если то, будет подрабатывать и будет оплачивать себе сам квартирку. У нас еще младшая растет. Угу. Вон пусть идет в колледж, поступает, пусть идет в колледж, учится, работает, а там, куда хочет, туда, если и захочет поступать, будет уже сам поступать. Ну, я вас понимаю. Мы мужика растим, нужно... а не Альфонса, который на шее сидит у родителей до пенсии. Ну, конечно, но у нас с вами все сейчас сводится к тому, что на все потребности нужно зарабатывать. И как и на учебу вашему сыну. Ну, мы зарабатываем. Ведь, ну, он тоже молодой, ему тоже будет тяжело совмещать и работу, и учебу одновременно. Ну, пап, ему тоже будет совмещали. Какой... Я совмещала, и отец его совмещал. Конечно, я тоже в свое время совмещала. Ну, вот, видите, но вы совмещали. Иногда ничего не получается. Нет. Вот в период, когда сядете, когда все действительно тяжело совмещать, действительно работу, а у него не получится, с учебой. Ну, значит, не способны будет, ну, значит, будет просто или учиться, или работать, жить в общежитии и учиться тогда. Всех же благ не это, все равно хорошо не получить. Ну, конечно, я с вами полностью согласна, в принципе. Но к любой вашей цели нужно сейчас идти. И нам с вами обязательно нужно начать. Ну, вы вот, я бы ходила бы за телевизором, телевизор бы купила бы. А вы смотрели, посмотрим, сколько стоит телевизор, который вы хотите? Ну, я заходила, да, смотрела, там, от, там, 18, 20, ну, и выше есть, и 50 есть, но я туда уже не смотрела. Ну, в среднем где-то за 20 бы покупали, ну, наверное, в среднем, да? Да, в среднем тысяч за 20 нормальный телевизор. Ну, вот. А считали, сколько вот вам нужно будет откладывать, чтобы вот зарплаты нянечки купить телевизор? Сколько, ну, вам нужно откладывать, у сколько у по времени? Есть. Зачем? У меня муж есть, он просто не хочет его менять, так-то он может, он 4 раза на шабашку сходит и на телевизор заработает, он 5 тысяч, он там сварит, что надо, угу. Он сварщиком работает, он на шабашке нормально зарабатывает иногда, просто ленится, не всегда хочется, но если надо, он может выйти после работы, 5 тысяч заработать, не проблема, заработает, 4 раза сходит. И купим, но он просто не хочет. Хорошо. Он покается. Там... Хорошо, Анжела, я вас полностью поняла. Ну, давайте тогда приступим так, к работе. Ну, давайте с 5 тысяч начнем тогда. Обязательно нам нужно начать с 8. Ну, тогда после праздника, 10-го. Да нет, я уверена, что мы даже сейчас можем что-то придумать, ведь у нас выгодное приложение. Ну вот я придумала, говорю, давайте мы завтра тогда вот съездим, продукты купим, все купим, закупимся там, все, что надо, подарки, и вечером, ну, приедем и посмотрим, если что-то останется, и, ну, лишку что. Давайте тогда с вами с утра, или когда вы будете свободны, мы сделаем резерв на 5 тысяч, которые у вас уже есть, а потом... Мы дополним 3. А зачем я 5-то буду делать этот резерв, если вдруг нам не хватит, если мне не, вот, не останется чтобы у меня 3? Чтобы оставить себе там место у аналитика. Вы себе зарезервируете место у аналитика в его команде. И уже точно сможете приступить к работе, чтобы потом не было такого, что у аналитика закончились места, и мы уже не сможем попасть в команду к аналитику, которая работает с 8 тысяч, а останутся места там с 25 тысяч. Сейчас вот Новый год, все люди начинают там жить с нового листа, там всегда так говорят, и очень много, очень большой сейчас спрос на инвестиции, потому что все с Нового года вот решаются, так как вы, после праздников зарабатывать. И я просто боюсь, что действительно может случиться такое, что нам не хватит места. Поэтому давайте сейчас это место мы за вами оставим, за вами, заблокируем для всех и зарезервируем для вас. Хорошо? Ну, и что, они будут просто так лежать, что ли, там? Да, они у вас. Нет, будут, я так не согласна. Нет, я так не согласна. Пусть до они у меня времени, лучше дома пока сохраняются. Вы не дополните. Вы сразу их дополните. А 10-го я дополню работу. Сразу вот всю сумму.
Тогда так. Я просто, они дома у меня, пусть лучше тогда лежат эти пять, если они все равно не будут зарабатываться на них. А вы потеряете, если вы начнете работать уже с 10-го? Сейчас все компании в последние дни года делают свои отчетности, на этом уже можно заработать. На 5 тысячах можно будет заработать? В эти 5 тысяч, если я положу, то на них можно будет зарабатывать? 5 тысяч сумма небезопасная для начала работы, понимаете? Ну тогда лучше дождаться, когда будет полная сумма у меня 8 тысяч. Либо вечером завтра я пойму, что она у меня остается, либо 10-го, по-другому хорошо. Не получается. Давайте тогда мы сделаем так. Я свяжусь с вами завтра утром, хорошо? Утром не знаю, не получится, потому что я завтра на смену выхожу, у нас там, я с 7 работаю, да, там, потом утренник, потом ребятишки там с ними погулять хорошо, надо, хорошо, у меня поняла. Телефон, да, у вас будет возможность не по смогу. Дороге зайти в банк и пополнить вашу карту на вот эти вот 5 тысяч? Так у меня с 7 работа, а банки с 8 или с 9, наверное, нет. Может быть, какой-то перерывчик у вас будет? Или уже между тем, как будете ехать там на, покупать продукты? Ну, на карту просто положить, да, надо будет? Да, просто на карту. Ну, может, там после работы, когда заедем по дороге, как продукты будем покупать, может, и получится. Все, отлично, договорились. Тогда после работы пополняете карту на вот эти вот 5 тысяч. И дальше мы с вами решим, что мы будем делать. Ну хорошо, может, давайте, быть, да, на карту, карту вот положу, на мужнину, да, карту положить? Да, да, а потом мы с вами решим. Так что я вас записываю завтра, я вам напишу на WhatsApp, мы с вами договоримся уже о времени, хорошо? Хорошо, хорошо, когда давайте вам будет так. Все, отлично. Давайте, мужу хорошего на карту, тогда я и закину. Все, до свидания, да. Я вас верю, у вас обязательно все получится. Ну, давайте, будем надеяться, что получится. Алло. Алло, Анжела, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Как у вас дела? Ну, добрались, что-то прямо сегодня находились по магазинам. Толпы вокруг, домой, толпы. Да. Да еще эти машины еле-еле едут, везде пробки. Ой, это какой-то кошмар пробки, сегодня. Да, да, что-то прямо аж понимаю. Опотели все. Понимаю, но это если завтра еще хуже, наверное, будет. Ой, не знаю я, что завтра будет, нам уже сегодня хватило. Ну, понимаю. А что купили вообще? Ну, продуктов купили, там мясо на рынок съездили, купили, этих там овощей, фруктов купили, ребятёшкам подарков купили, племянникам, ёлку он приперли. Всё, сейчас наряжать отлично. Надо будет. Живая будет у вас? Да, живая, году? Живая, как всегда. Ну, отлично, так будет запах такой классный. Ой, про ёлку-то подождите. И пока не уехал. Крестовину-то забрать надо для ёлки. Господи, хорошо напомнили мне. Сейчас бы ёлку бы эту как бы мы мострячили. Сейчас отправлю. Алло. Алло. Алло, да. Вы пропали ну куда-то. Ну всё, тогда давайте. Да нет, я здесь просто в этом разбирались с кем-то. Да сыну говорила, ёлку приперли, а эту так крестовину-то, в которую ставить, в гараже осталось, забыли совсем, вот дураки. Поняла, сейчас вот поняла. Сыну сказала, пусть бежит быстро ну, в гараж, пока что, там отец. Хорошо, отлично. Давайте тогда мы понемногу будем переходить с вами к делу уже непосредственно. Давайте. Как у вас сумма недостающая? 3 тысячи. Ну вот 5 мне то, что муж дал, он, как вы мне сказали, на карточку он сказал, положил. Положил на карту. Да. Это отлично. Хорошо. Остались у вас, я уверена, деньги после покупок? О, откуда там остались такие цены, вы не представляете. Все, мясо в 1,5 раза выросло, остались. Даже это, муж даже у брата там что-то занял, пришлось занять, потому что не хватило. Не знаю, как На что же тогда будете еще после Ну, занял муж немножко денег, чтобы были так в кошельке у него. Ага, хорошо, я вас поняла. Тогда, если рассмотреть варианты, чтобы занять даже у друзей или как-то так, я думаю, возможно. А кто сейчас займется с такие цены? Кто сейчас займет? Сейчас никто не займет, у всех праздники и все это покупают, и подарки. Кто сейчас займет-то? Никто не займет.
А вы пробовали? Ну вот муж попросил, брат там это самое, пару тысяч дал ему. Нам завтра ехать, надо на такси же ехать, хоть на такси будет деньги. Там посмотрим как. Так у вас 5000 есть. Ну вот 5000, то, что муж у меня дал, вот на карту он положил, как вы мне сказали, на карте еще 5000. Вы их не потратили, правда? Нет, эти не потратили, это же мне на подарок. Отлично. Ну так пойдет, так и придется их тратить. Ну, такая вот. Хорошо. Хорошо, я поняла. Тогда, давайте. Люба, да собирайся ты быстрее за кристаллиной этой чертовой! Быстрее шевелись, что такое? Ой, простите. Еле-еле шевелится. Вы куда-то едете сейчас? Да сына же отправляю к крестовину, чтобы в гараж сходил, забрал. Ёлку-то как ставить? Ёлку-то приперли, про крестовину совсем забыли. Вот сейчас с вами разговариваем, вы спросили, что купили. Я сказала про ёлку и вспомнила, что крестовина-то в гараже лежит. Так бы и не вспомнила. Хорошо. Без проблем. Тогда давайте так. Мы с вами, я вас сейчас свяжу с аналитиком, и мы пополним ваш счет на 5000 рублей. И дам вам, допустим, час, чтобы вы нашли вот эти вот недостающие 3000. А как я их найду-то? Чтобы приступать сегодня к работе. Где я их найду-то на улице? На самом деле много. Да, ну прям вот снег прошел, сейчас вообще ничего не найдешь под свежим снегом-то надо. Ну, было бы еще снега бы не было, можно было бы что-то поискать. Сейчас снег прошел, все, что было, и все замело. Где же я найду-то? Я понимаю, но есть же друзья, которые также на кредитке или на карте сохраняют свои деньги. Ну я и кто же мне даст их? У всех свои такие же проблемы, как у нас. Ну вот муж у брата занял. С первого заработка? Так, ну какие ты друзья? Какие я сейчас друзья? Вот друг есть, он брат мужа. Не, мы взаймы не живем, мы стараемся на свои жить, потому что это потом отдавать. А если потом еще, займешь, а он, этот человек, потом потребует раньше, а у нас нету, зачем нам это надо, это все эти отношения портить? И мы сами никому не занимаем, нам и нечем занимать, и не хочу я занимать никому, и сами ни у кого не занимаем. Лучше муж сказал, если надо будет, если уж прям совсем без денег на праздниках останется, он шабашку найдет, сходит, всегда там ему звонят, что-то там сварить, всегда найдется, что... Просто он не хотел, не планировал, думали отдыхать. Но если он сказал, если что, он меня успокоил, я сама запереживала, что денег, как мы без денег-то будем. Он меня успокоил, говорит, ну если что, на шабашку схожу. Ну, не знаю, как он сходит или нет, если он пьяный не будет, ну, без хлеба все равно не останемся. Да, в гости, ходить будем, салат-то у всех будет числа до 5-го. Даже если свои закончатся. Но мы сейчас своих наготовим, нам будет что поесть. Конечно. Но всегда, если мы даже сейчас займем, за первый вот этот тестовый период 3 дня вы их уже заработаете и сможете отдать. И потом начнете уже со своих вкладывать и со своих денег зарабатывать. Понимаете? То есть вы сразу же за 3 дня отдадите. То есть никто, не останется ни перед кем в должниках. Ну, не знаю, давайте попробую, Наташке позвоню, приятельнице своей. Давайте она тогда даст, так. Она богатая. Сейчас она... я связываю вас с аналитиком, я уже отправляю запрос в аналитический отдел, и мы пополняемся на 5000. Делаем вам резерв, чтобы место за вами не ушло. Так как я говорила, сейчас вот все люди начинают жить с нового листа, все идут в инвестиции, в заработок, и количество мест действительно ограничено. Мы пополняемся с вами на 5000, та сумма, которая у вас есть, и даю вам время, чтобы вы нашли 3000, заняли у подруги, и потом же с первого заработка ей отдаете. Договорились? А вот если она мне не даст, не займет, а 5000 я внесу, а эти 5000 работать не будут, на них ничего нельзя будет купить там? Они так просто будут лежать? Я уверена, что мы с вами найдем путь, как найти деньги. Главное, у нас есть приложение, и главное... Нет, давайте сначала место. Я все-таки буду уверена, что мне Наташка даст, а если не даст, то что я буду эти 5 класть? Они будут просто так лежать. Я лучше, когда зарплату получу 10-го, все положу полностью, чтобы уже работали они.
Алло. Алло. Тогда сколько вам... Да-да-да, я вас слушаю. Сколько времени нам, ну, вам нужно будет, чтобы поговорить с вашей подругой, чтобы она вам заняла? Ну, я ей сейчас позвоню. Если дозвонюсь сразу, если она трубку возьмет, то сейчас сразу поговорю. Хорошо, давайте тогда мы с вами действительно поступим так. Если я уверена, что у нас все получится, но мы с вами, знаете, люди, в принципе, суеверные. Вы сразу так не говорите, на что именно, потому что иногда бывает такое, что люди завистливые. Вот согласитесь со мной? Ну, не знаю, если она спросит у меня, что ей сказать. Ну, вот, не знаю. Что-то ну, придумает, вот я не знаю. Думаю. Ну, не знаю, она такая не глупая, она хитрая, она у нас, в садике юристкой работает. Вот, она это, она умная, она образованная, она ей врать нельзя. Ну, ладно, все, я вас поняла. Но я уверена, что все получится, ведь действительно занимаем на благое дело, на ваш заработок, и уже можно ей спокойно пообещать, что за 3 дня вы эту сумму полностью вернете. Заработаете и вернете. Ну, сейчас я ей позвоню. Сейчас ей позвоню. Как-то она богатая, может, и даст. Сколько? 3000 занять надо, да? 3000, да, недостающая сумма. Ну, сейчас я ей позвоню. Вы мне тогда перезвоните минут через 15. Да, я ей номер карты мужа скажу, да, она может перечислить. Да, да, все, отлично. Ну, давайте, хорошо. Хорошо, да. Алло. Ну что там, получилось? Немало ничего не дала. Начала меня спрашивать, а чего, зачем? А потом вспомнила, что я, оказывается, год назад я у нее занимала зубы и там лечила, долго потом отдать не могла. Ну, просила на 2 недели, отдала через месяц. Вот, потом начала там на что. Думаю, сейчас ей скажу что-нибудь там на вещи, она точно не даст. Ну, думаю, как ей скажу, дело-то хорошее, что, ну, точно деньги будут. Вот, я ей сказала, она вообще разоралась на меня, говорит, вообще какая-то непонятные какие-то схемы, какие-то влаживания, все просрешь, вообще от тебя потом ничего не выбьешь. И трубку бросила. Я поняла. Вот, хорошо. я еще позвонила Алику, он у нас там кладовщиком работает. Алику уже лыка не вяжет, он вообще уже считает, что сегодня 31-е, сильно удивился, что 30-е. Вот, потом он говорит, говорит, тут это продукты принимаю, я знаю, какие он продукты принимает, Валька он принимает, а не продукты. Ну, и лыка уже не вяжет, он даже не понимает, о чем я спрашиваю. Я ему про деньги, а он это, нет, давай лучше ты мне займи, я сам это вот хотела тебе спросить, что ты мне заняла. Вот и все. Понятно. Хорошо. Такой тогда он уже празднует. Может быть, у вас у мужа есть или у сына карта кредитная? Нет, таких нет. Вот у мужа только есть карточка обычная, где он зарплату получает. А у сына вообще карточек нету. Зачем ему карточки? Он школьник еще. Кто ему карточку даст? Мало ли. А кто ему? Кто ему даст? Он несовершеннолетний еще. Понятно. А если других людей у вас разве нет, у кого еще можно? Может быть, с работы еще? Ну вот, с работы, я же говорю, Наталье позвонила, она богатая, да, я думала, что может она займет, а она вредная, не заняла, еще и разоралась на меня, еще и вспомнила мне, что я ей там должна была и долго не отдавала. Ну, у меня правда ситуация была, ну просила на 2 недели, а получилось, что только через месяц отдала. Вот, и Алику еще, он у нас кладовщиком работает тоже в садике. И это самое, он вообще, говорю, лыка не вяжет, он вообще удивился, что сегодня не 31-е, и они там уже с Валькой празднуют. И, а врет паразит. Я, говорит, это сейчас не могу, еле языком ворочает, говорит, я сейчас не могу, я сейчас продукты принимаю. Ну, ага, принимаешь ты, Вальку ты принимаешь, как обычно. Наверное, притащилась уже к нему, вместе празднуют. Проснуться, наверное, только к 3 числу, сильно удивятся. Ну, как обычно, все. Должны с вами еще немного тогда подумать. Может быть, не знаю, я действительно даже. Есть еще у вас сбережения в наличной форме. Ну, да все потратили, вот все, что было, все потратили, еще и заняли. Муж-то занял еще у брательника своего 2000.
Вот только опять эти остались. Хорошо. Тогда, может быть, если у мужа, вот муж у вас заработает, также, может быть, у него, у его коллег по работе, коллег по цеху, его тоже есть какие-то сбережения, которые они бы смогли вам занять на краткую перспективу? Ну, я-то их не знаю, у никого там они в этот в ЖЭКе работают, кто там с ним, я их не знаю, эти алкаши. Сейчас, подождите, Леха пришел из гаража, алло. Ага, Леха из гаража пришел с этим, с крестовиной для елки. Вот, сын старший. Я их, этих алкашей, не знаю никого. Он и сам с ними не это, он сам завязал. Ну, как завязал, он просто стал меньше пить, а раз меньше пьет, он с ними уже и не икшается сильно. Хорошо, девочка, я если, если он сейчас с ними свяжется, позвонит, они его сейчас еще куда-нибудь позовут. Ой, упаси Боже, вообще тоже не дождусь до третьего. Он сейчас пошел с мужиками в баню, но не с этими, не с теми, с которыми на работу. Ага. Ну, давайте тогда так. Позвоните мужу, спросите его по 1000 даже с 3 людей. Ну, это немного, согласитесь, по 1000. Ну, давайте позвоню, может, что он придумает. Давайте, обзванивайте. Да просто денег не беру. Я думаю, за хорошо. Час точно можно найти. Вот через час я вам позвоню, я уверена, у вас ну, давайте. Даже 3 людей найти по 1000 понемножку. Ну, давайте, и я его попрошу. У меня-то уже некого, некого просить, я сейчас его попрошу. Хорошо, давайте. Все, давайте. Супер, давайте. Да, хорошо. Уверена, что все получится. Угу, ладно. Алло. Алло. Алло, Анжела, да. Да, писать неудобно. Руки в муке, тесто делаю. Ну да, тесто делаю на пирог на завтра. Ага, хорошо. Звонили там друзьям мужа? Ну, он спросил, мне потом перезвонил, спросил, у них, говорит, никто ничего не даст. Угу. Еще у него пытались, говорит, уже двое пытались ему звонили занять, перехватить. Но он тоже не дает ему ничего. Ага, поняла. Какие ну, тогда еще могут быть варианты, как думаете? Ну вот, не знаю я даже как, я предлагаю, давайте на 5 пока повкладываем, а там 10-го мы выйдем, 10-го зарплата. Хорошо. 9-го выходим, и 10-го зарплата уже будет, хорошо. И остальное я внесу, а сейчас вот, ну чтобы работало только, а если не будет работать, то и смысла нету. Конечно, понимаю. Хорошо, Анжела, давайте тогда так. Вы еще подумайте, может быть, варианты какие-то найдутся? Ну, а какие варианты? А... Надо украсть, что ли? Я не могу украсть. Где? Мне никто больше нам не дает. Сами в долгах. Кто нам еще даст? Я понимаю. Я со своей стороны пообщаюсь с аналитиком, что можно сделать в данной ситуации, как можно выйти из данной ситуации. Ну, может, он все-таки что-нибудь это получится поработать, хоть заработать чуть-чуть. Да, да. А там заработается, может, и 8 будет уже, можно будет на полную катушку. Я попытаюсь. Но и вы со своей стороны обязательно попытаетесь тоже что-то предпринять и найти... Да ничего уже в голову не приходит. Что еще можно предпринять-то? Я тоже подумаю над этим вопросом. Нужно что-то придумать, так как и желание есть, и сумма уже 5000 видно, есть, которые конечно. Там копейки остались. Ну, тогда вот. До 10-го, когда получка придумаем. Будет, тогда, ну, что, если нельзя с 5000 сейчас поработать. Сейчас я пообщаюсь, потом вам напишу, ну, что мне, можно, как и с этой вы мне скажите, войти. Потому что я тогда лучше эти тогда 5000 сниму, да брату отдам долг, чтобы вы не должны быть. Вы пока не трогайте, я уверена, что мы что-то придумаем. Я тогда лучше сейчас на долги их раздам. А то там брат сейчас тоже, когда вернете, пообщаюсь. Ненадолго. Сейчас я думала, что заработаю ему, это верну тогда, когда на праздниках заработаю, верну ну, ему 2000. Конечно, а так ему конечно. Выращивать придется все равно. Мы сможем с вами заработать и сразу вернуть. Сейчас ну вот если заработать с 5, вы же так... сказали, что с 5 да. нельзя заработать.
если с пяти нельзя, да, сейчас, если может с пяти... быть, выйдет что-то. Сейчас я пообщаюсь и вообще, ну, попробую придумать, как выйти из этого положения. Ну, давайте, всё, да. Спасибо. Хорошо, мне вам тоже знать напишу. Надо. Хорошо. Ну, вы мне позвоните лучше, напишу. А то я это тут тесно ввожу. Или позвоню, без лучше, вопросов. Да, мне лучше хорошо. Позвоните, мне удобнее так. Хорошо. Ага. Без проблем. Ладно. Все. Давайте, жду так. Алле. Алло, Анжела, алло. Да. Вижу, нашли вы деньги. Ну, я мужу как бы с ним разговаривала, он сказал, ну, вроде как у него там на карточке угу. есть еще там, кроме моей пяти, вот которых мы положили. Все. Там отлично. У него что-то еще можем начинать с этой суммы, да? Ну, давайте попробуем, раз есть, сказал. Отлично. Тогда я уже сейчас отправляю запрос, сейчас пообщаюсь с аналитиком, вам угу. перезвоню и свяжу вас напрямую уже с аналитиком. Только мне еще скажите, карта какого банка? Сбербанк. Алло. То есть правильно да, алло, то есть я правильно понимаю, что вы будете торговый счет пополнять с карты Сбербанка, верно? Ну, другой нету, только такая у нас карта. Все, отлично. Хорошо, тогда... Что я сейчас с вами тогда сделаю? Я угу. подаю запрос в аналитический отдел. Мне придет сразу же ответ. Я скажу вам, кто будет вашим аналитиком. Подготовьте себе листочек и ручку и сразу же запишите его имя. Ну, хорошо, давайте. Сейчас продиктуете или когда? Касательно скайпа. Касательно скайпа. Вам удалось его скачать на телефон мужа? Нет, я не на телефон мужа, а на это. Сын мне свой планшет дал, на него там сделал. На вот, планшет сына, да, все, там, отлично. Вот, когда он, короче, сделал, я даже не знаю, что, вот сказал мать сюда это. Вот нажмешь. Все, это отлично. Тогда сейчас мне на WhatsApp отправьте логин. Знаете, как его отправить? Нет, не знаю. Давайте я вам сейчас объясню, зачем Давай. Вообще нужен этот логин. То есть этот логин нужен нам для того, чтобы... Алло, пищит что-то, я не услышала, там запищало в трубке, вы опять ухом нажали, я не услышала, что нужно сделать? Хорошо, вот так лучше. Объясняю вам, для чего нужен вот этот логин. Это логин, это как ваше имя, можно сказать, в скайпе, за которым вас найдет ваш аналитик. Сейчас я вам подскажу, как его вообще найти. Заходите в скайп. Ну вот я, вон он включен у меня. Алло. Все, отлично. Вверху слева у вас есть кружочек с вашими инициалами, видите? Вижу. Отлично, нажимайте. На кружочек на самый? Нажала? Да, на кружочек, да. Нажала. Все, отлично. Дальше у вас должно писать профиль скайпа, видите? Вижу. Чуть-чуть ниже так. Да, вижу, нажимайте. Написано. Да, написала. Все, отлично. И там дальше должно писать логин скайпа. А, ну да, нашла, вижу. Все, копируйте. Так, в смысле, как копировать? Один раз нажмите на него. Так, один раз нажала на него. И у вас? Да, так, подержите, и должно выскочить слово «скопировать». Есть такое слово, появилось. Все, нажимайте на «копировать». Нажала. И теперь отправляйте мне в WhatsApp. А как его отправить на WhatsApp? Наши с вами. У вас на планшете WhatsApp нет? Ну, у меня нету. Угу. Хорошо, тогда вы мне, пожалуйста, подскажите. Вы в скайпе регистрацию проходили по номеру вашего телефона? А я не знаю, как мне сын сделал. Вот он написано Анжела Сергеева. Ага.
А я не знал, как он меня регистрировал. Спросите тогда у сына. А он умотал, его нету дома. Ага, все, мы с мамой тут вдвоем. Ничего страшного. Елку наряжаем. Сейчас буквально минутку мы этот вопрос, я думаю, с вами сейчас уже решим. Минуточку. Хорошо. Вы мне подскажите, видите вообще сообщение? Какое? Где? В WhatsApp? Вверху слева у вас есть стрелочка назад, в скайпе. Вверху слева, в скайпе, назад. Нету стрелочки, есть вот да. Это Анжела Сергеева написано вверху слева. Назад у меня снизу есть вот какая-то тут стрелочка у него. Нажмите на стрелочку назад один раз. А все, оно закрылось. Тогда открывайте. Открыла. Все, отлично. Смотрите. Вам нужно сейчас зайти в Skype. Ну, я зашла, он вот открылся. Нам туда, где у вас написано чаты. А где написано чаты? Давайте подскажу. У вас в Skype зарегистрировано ваше имя, фамилию, верно? Я не знаю, но написано вот Анжела Сергеева слева сверху. Отлично. Это мое имя и фамилия. Супер. И кружок с вашими инициалами также. А, С в кружке. Такой оранжевый кружок и такими коричневыми буквами А, С. А ниже что у вас написано? Потом поиск. Потом добро пожаловать в Skype. Хорошо. А тогда еще такое мне подскажите. В самом низу вот странички написано у вас чаты? А, внизу слева есть такой, да, чаты да. Есть. Чаты, звонки, контакты, уведомления. Нажимайте на чаты. Ага. Нажал. А ничего не меняется? Не меняется? Как не меняется? Ну вот на чаты не меняется, и на звонки если нажать, то что-то меняется, на контакты если нажать, меняется, уведомление тоже меняется, написано нет новых уведомлений, а чаты вот ну как было, так и осталось. Вы нажмите на чаты. Ну оно как было, ничего не меняется. Сейчас. Минутку. Сейчас мы это уже такие технические вопросы, мы их сейчас решим. Главное, мы уже сделали. Хорошо. Вы мне скажите, вот сейчас сообщение появилось ваше? Вам? Сообщение. Какое? Где должно появиться? От Владислава Волкова сообщение. Так. А вот какой-то есть латинскими буквами написано Владислав Волков, добрый день. Отлично. Он как нажимайте. Будто еще вчера хотел, мне звонил, тут написано пропущенный звонок. А как он мне звонил, если у меня скайпа не было? Нажимайте на Владислава Волкова. А куда нажимать? Прям на него нажимать? Блокировка? На имя, прям на его имя, фамилию. Ничего не происходит, нажимаю. У вас написано «Добрый день» сообщение, правильно? Написано тогда «Добрый день». А вчера написано пропущенный отлично. Звонок от него. Вот, хорошо. Все. Ваш скайп теперь у меня уже есть. Это вы, что ли, Владислав Волков? Владислав Волков, это мой руководитель, это мой старший менеджер. А, понятно. Он уже вас нашел в скайпе? Угу.
Поэтому сейчас он даст запрос в аналитический центр, и я вам уже непосредственно дам ответ, кто будет вашим аналитиком. Со своей стороны, как я обещала, я попытаюсь с ним даже поговорить и связаться с лучшим нашим аналитиком, про которого мы с вами говорили. Ну хорошо, а стать-то нам для чего нужен был? Чтобы добрый день написал он мне или что? Объясняю. Нет. Вы с аналитиком свяжетесь уже непосредственно по скайпу. И будете общаться также по скайпу. Ну пусть он мне по телефону позвонит. Так как там присутствует. Я по телефону. Я объясню вам сейчас, почему именно скайп. Угу. Я объясню вам. Сейчас. Смотрите. Вы что-то говорите так медленно, я забываю предыдущее предложение после того, как вы скажете следующее. Хорошо. Послушайте, скайп, объясняю, для чего именно, для чего вообще именно скайп. Я поняла, да, что вы объясняете, так вы объясняете. Ага, все, хорошо, отлично. Там есть просто все доступные для нас инструменты, то есть такие как обмен файлами, демонстрация экрана, и удобнее всего будет работать именно со скайпом. Также скайп самая защищенная платформа. Не мой, это все на планшет, тут что-то ничего нет тут такого, что ему демонстрировать-то. Подождите, вы уже когда свяжетесь с аналитиком, вы же не знаете, как правильно открыть и закрыть сделку. Вы же новичок в этом деле. Ну, а мы в скайпе будем открывать сделки? Я же не знаю, как делается-то, черт, поэтому понятия не имею. Давайте я вам объясню. Просто послушайте. Ага. Вы с ним свяжетесь по скайпу. Когда создадите свой счет, ну, вы же не знаете, что и где, как вообще правильно нажать, правда? Я даже не знаю, как это выглядит, вы что? Ну вот видите. В таком случае вы можете продемонстрировать свой экран, и аналитик уже сориентирует, что нажать, где нажать и как правильно открыть сделку. Понимаете? Ну, хорошо. Ну да, хорошо. Все, поняла. Отлично. Супер. В данный момент, тогда давайте с вами немножко подытожим, как будет выглядеть наш формат работы. И я вам объясню наши все дальнейшие действия. Хорошо? Ну да, да, хорошо. Вы конечно. Связываетесь с аналитиком. Познакомитесь с ним. Сейчас свяжемся или когда? После праздников? Ну, в смысле, сейчас или после праздников? Нет. Сейчас, конечно же. Сейчас уже приступите к работе. А, ну хорошо. Вот. Вы с ним познакомитесь. Обсудите формат уже непосредственно вашей работы. После чего создадите ваш торговый счет. Пополните его на сумму 8000 рублей. А затем откройте ваши первые сделки и увидите ваш первый заработок. Сегодня уже сделаем. Договорились? Все. Конечно. Ну хорошо, давайте, если сегодня все успеем, то хорошо. Все, отлично. Конечно, успеете. Угу. Ну так мне сейчас что, ждать, когда этот аналитик позвонит или что делать-то? Да. Сейчас я уже узнаю, кто будет вашим аналитиком. Угу. Скажу вам его фамилию, имя, отчество. Вы себе запишите обязательно. И в течение где-то 5 минут он вас наберет. Уже познакомитесь с ним и начнете вашу работу. Ну, хорошо. Отлично. Угу. Все. Так что сейчас буквально минутку ждем. Давайте. А завтра вы тоже работаете? Конечно. И завтра... До обеда. До обеда, а завтра тоже сделки какие-то будут, да? Возможно, конечно. Это уже более подробно пообщаетесь с аналитиком и уже у него узнаете. Ну, хорошо. Отлично. С
листочек и ручку, чтобы записать фамилию и имя аналитика, с которым будете работать. Ну, карандаш вот есть с листочком. Отлично, все, замечательно, записывайте. Угу. Вас будет сопровождать один из ведущих финансовых специалистов нашего отдела. Его зовут Любима. Любимо или Любима? Цыганская фамилия какая-то, да? Любима? Грузинов. Грузинов? Грузинов Станислав Эдуардович. Так Грузинов, Грузинов или Любимов? Грузинов. Через Г. Я что не поняла? Вы сказали люби... А, это ваш любимый? Это муж, что ли, ваш? Нет, нет, нет. Просто Грузинов. А любимый кто? Вы сначала сказали любимый. Немножко я ошиблась просто. Грузинов. А, Грузинов. Да, конечно. Записали? А я забыла. Отчество, имя как? Станислав Эдуардович. Станислав Эдуардович. Записывайте. Да, все верно. Эдуардович. Э первое или П? Грузинов Станислав Эдуардович. Эдуардович. Записали? Я записала. Да, да. Грузинов Станислав все, Эдуардович. Отлично. Спасибо. Отлично. Угу. Все, тогда с вами сейчас он свяжется и уже с ним будете знакомиться. Минуточку. Хорошо. Он позвонит или мне ждать сейчас? Немножко. Он вас наберет уже. Угу. В течение 5 минут. Хорошо. А пока что я вас немножко так познакомлю с этим человеком. Станислав Эдуардович имеет... Угу. Опыт в сопровождении наших партнеров более 10 лет. В чем имеет опыт? Как считаете? Как? Опыт в чем? Сопровождении наших партнеров имеет опыт более 10 лет. А он ездит куда-то, в смысле, как туристический гид? Еще раз? Он как туристический гид работал, да? В туризме? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Сейчас я еще раз объясню вам, кто такой аналитик. Это тот человек, который занимается анализом рынка. То есть он выслеживает все политические, мировые события. И также следит за графиками. То есть это будет тот человек, который вам будет как раз-таки предоставлять всю информацию касательно инвестиций. И говорит, что дешевле купить и что дороже продать. Угу, поняла. Поэтому я к чему веду, что Станислав Эдуардович является действительно профессионалом своего дела. Он сопровождает не только физические лица, но и также крупные компании и крупные банки нашей страны. Я уверена, что я отдаю вас действительно в надежные руки. И от себя я хотела бы вас попросить не стесняться, задавать как можно больше вопросов. И также не бояться отвечать на вопросы аналитика. Договорились? Ну, хорошо, хорошо. Все, отлично. И от себя я вам пожелаю побыстрее приступить к работе, открыть свои первые сделки и увидеть свой первый доход. Поэтому хорошо. Сейчас обязательно ждите звонка от звонка от аналитика, не пропустите его и начинайте работу. Хорошо, да, жду, я тогда буду ждать. Все, до связи. Да, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Анжела, я правильно понимаю? Да, это я. А вы Святослав Эдуардович, да?
Станислав Эдуардович, да, фамилия моя Грузинова. Рад знакомству с вами. Да, здравствуйте, Станислав Эдуардович. Да, да, да. А, Анжела, я так понимаю, в курсе диалога с менеджером у вас такой интерес появился, попробовать себя в этой сфере вместе с нами? Ну, либо же, возможно, уже ранее себя пробовали. Нет, я не пробовала, но она убедила меня, что стоит попробовать, что получится заработать там даже на праздниках. Убедила? Ну, да. Ага, нет, я вас понял. Ничего там не понимаю, на самом деле. Ну, она сказала, вот Амина сказала, что ну, надо попробовать. Решила попробовать. Решила попробовать. Хорошо, Анжела, вы меня, пожалуйста, сориентируйте. А как, в принципе, для себя в целом понимаете, каким способом будем здесь зарабатывать? Начнем? Либо же, возможно, еще есть какие-то незакрытые вообще, вопросы? Вообще ничего обсудить. Не понимаю. Я в этом ничего не понимаю. Она мне сказала, что какие-то сделки открывать будем, закрывать там какие-то товары, еще что-то. В общем, она много говорила, но я, честно говоря, так не понимаю в этом. Надо показать мне, наверное. А расскажите немного тогда, пожалуйста, о себе, Анжела. Так как вы будете моим будущим партнером, будем знакомиться по ходу нашего диалога. Угу. Сколько вам лет, чем занимаетесь? Мне 35. Я как, ну, сейчас вот отдыхаю уже, сегодня, завтра выходной. А так, чем вы про работу, с чем работаю, как кем? Ну, в том числе, возможно. А, ну, нет, я просто не понимаю, чем занимаюсь. Ну, семья у меня. Ну, вот тебе в какой сфере специалист? Возможно, с финансами работаете где-то? Нет, нет, я нянечкой в детском саду работаю. Угу. Хорошо. А ранее вообще с представителями свободных компаний вели диалог? Каких свободных компаний? Это каких? Подобных компаний. Да ну нет, нет. Она мне говорила, Амина говорила, что вроде как от вас кто-то звонил, даже там я с кем-то общалась, ну ничего, попутают, наверное, что-то с кем-то меня спутали, может быть. Никто мне не звонил. Я вот где-то, ну, недели 3 назад, наверное, зарегистрировалась, там написано было «дополнительный заработок». Ну и все, и вот она мне позвонила. Я вас понял. Вот. То есть, в принципе, ранее об этой сфере ни с кем ничего не обсуждали, да, и понимания тоже нет, правильно? Не, ну вот с Аминой только и все. Вчера и сегодня. Я понял, Анжела. А в целом для себя с какой целью интересуетесь этим заработком? Что заинтересовало в этой сфере? Ну, написано было тогда там, где я регистрировалась в рекламе, что может быть дополнительный какой-то заработок. Ну, вот это и заинтересовало. Просто дополнительный заработок заинтересовало, а в принципе сама сфера так заинтересовала, не заинтересовала? А я не знаю, какая это сфера, поэтому я даже не знала, когда регистрировалась. Ну, дополнительный заработок, думала, может, какая-то подработка или вообще-то можно ну какую-то работу другую. Или профессию, может, хорошо, а вы меня тогда, Анжела, сориентируйте. Если вы в целом не понимаете, что это за сфера, вы по времени сколько с менеджером общались? Ну вот вчера и сегодня я не смотрела, сколько времени, ну долго общались. Ну, ну да, если ну не целых вы, дня. Я понял. Если же вы, Анжела, уже 2 дня общаетесь с менеджером, и вовсе не понимаете, что это за сфера и по какому принципу будем здесь зарабатывать, вы мне подскажите тогда, пожалуйста, о чем вовсе вы общались? Ну, о чем? Ну, вот она мне говорила, что будем там покупать, продавать, что будет вот какой-то специалист мне помогать, там будет сам говорить, что мне самой не надо будет там разбираться особо в этом, то есть не требуется от меня там быть специалистом. Вот. Ну, там у нас, видите, она говорила, что 8000 надо для того, чтобы вот вложить. А у меня не было 8, у меня только 5 было. Ну, вот сейчас 8, ну, у нас скребла вроде есть на карточке 8. Вот мы искали. А почему именно выбрали? Я вас понял, Анжела. А вот поинтересовались у менеджера, в принципе, что будете покупать, что будете продавать? Ну, она сказала какие-то, я не помню, товары она говорила, что ли, там, золото. Ну, золото дорогое, что-то подешевле есть. Нефть она еще говорила, газ вроде подешевле. Что-то так, ну, вот это она я говорила. Понял. А, про акции я говорили, понял, вот еще разбирались, да, про что там акции, говорили. Да. Да.
Ну вот, видите, уже, в принципе, вот вспомнили, чем и на чем можно здесь зарабатывать. То есть, я думаю, вы понимаете, что это все финансовые активы, правильно? Ой, я не знаю, как это называется. Вот я сейчас вспомнила слова. А, ну вот видите, с памятью у вас все в порядке, значит. А, Анжела, а вы мне тогда... У меня нормальная память, хорошая. А вы сами... я же, у меня в группе 30 ребятишек, я их всех знаю, кто, как зовут кого, какая фамилия, родители их всех знать надо, чтобы там не перепутать детей. Иной, а то иной раз это никогда. Папаша какой-нибудь придет и сам не знает, чей, где его ребенок, а его это или нет. И не того отдадите, сама... да? Ну, это, знаете, да, это же тоже так бывало, кстати. Ну, не со мной, не у меня, но бывало. Поосторожней с этим. Нет, ну это вот память. Поосторожней с этим. Ну, нет, я тут нормально у меня все, у меня память хорошая, я и говорю. Ага, все, я поняла. Да, они же зимой на одно лицо все, особенно если с улицы забирают. У нас ясельная группа. Не, ну, конечно. Не видно, кто и кто. Ну, естественно, конечно, ну, да. Если еще одинаковые шапки, куртки, поди их, там, говорю, и, ну, мамы-то, конечно, различаются. Некоторые папы-то вообще есть, которые, особенно, если они в разводе, с родителями там приходят. У меня есть к вам совет, Анжела. Вы их на видео снимайте, так точно запомните и будете разбираться, кто есть кто. Ну да, потом проблемы с родителями будут, что я детей на видео снимаю, что вы говорите. Такое. Нельзя этого делать. Это как... Нельзя этого делать. Ну, да ладно, это уже в развлекательных целях, да и в развлекательных целях. Да вот, не забыли, у меня с этим все нормально. Я помню, кто есть кто. Я говорю, что у меня память хорошая, я хорошо запоминаю. У меня в группе 30 ребятишек, я все знаю, кто есть кто. Я понял. Ну, если с памятью все в порядке, ну, возможно, просто любите видео снимать, не знаю, еще что-то. Ближе к делу. Нет, если было не это неинтересно. Хорошо. А, Анжела, тогда хотел бы поинтересоваться. Вот вы уже вспомнили, в принципе, каким способом здесь будем зарабатывать, на чем будем зарабатывать. Возможно, еще вспомните, что влияет вот на цену газа, меси, золота, дорогого золота. Как вы сказали. Ну, как думаете, что влияет на цену всех этих активов? Ну, цена, наверное, влияет. А, ну, на цену что влияет? Я не знаю, кто поставил какую такую цену, наверное, тот и повлиял. Не знаю. Кто-то поставил. Я понял. Анжела, а вот для себя... Ну, золото, вот почему золото дорогое? Вот колечко даже золотое купить, оно дороже серебряного. Вот кто придумал, что... Золото дорогое. Но это же в древности прошло, что золото дорогое. Это давным-давно еще, наверное, в древности определили. Красивое, дорогое. А серебряное некрасивое. Ну, оно сначала красивое, а потом чернеет и теряется красота. А золото, оно как вот было, золотое кольцо у меня еще вот бабушкино есть. Оно не поменялось вообще ни на грамм. Только почистить, вот если, знаете, ваточкой на помаду коричневую так нанести и, конечно, и почистить. Каждый день этим занимаюсь. Да, вы пользуетесь? Хорошо. Вы ювелиром работали? Ну, конечно. Да, еще тот. Хорошо, Анжела, шутками ближе к делу. Нет, я не шучу. Вот вы мне спрашиваете, почему дорогие. Вот я говорю, что, наверное, потому что внешний вид не меняется. Может быть, поэтому дорогое золото, а серебро недорогое. Потому что он недолговечный. Не совсем на самом-то деле. Не совсем на самом-то деле. Да, ну, я не знаю тогда. Я вам попозже объясню. А на что еще золото нужно? Только украшение, наверное, и все. Да куда его еще? Че, ну какого черта оно такое дорогое? А у вас какие есть предположения? Ну, вот что оно не портится. Ну, а зачем еще? Наверное, же не портится. А вы золото вот часто вот где-то на улице находите? Знаете, никогда не находила золото на улице. Я больше... Вот поэтому и дорогое. Я 100 рублей однажды нашла на улице, и все. И больше у меня кто-то там находит, деньги бывают. Там какие-то, там даже 5000 у меня как-то знакомая нашла на улице у магазина. Вот, у меня такого никогда не было. Я в детстве больше 2 копеек не находила. По-моему, даже десятика не было. А сейчас вот последний раз вспомню, 100 рублей как-то нашла на улице давно, и всего так ничего не... Сегодня вы меня нашли. Я думаю, это будет получше, чем 100 рублей. А, поэтому считаю, что вам уже повезло. Ну, хорошо. Анжела. А, ну, касательно, что влияет на цену активов,
различные события. Вот вы сами там новости, скорее всего, смотрите, правильно, читаете где-то о чем-то. Видео на Ютубе, не знаю, там различных каналов. Нет, нет, никогда, никогда не смотреть вот такие. Ну, киношки смотрю там, а вот, ты, как вы говорите, киношки. Какие-то специальные, вот, что, политику я не люблю, мне это не, ну, неинтересно и раздражает. Что? Свои видео не снимаете? Нет, нет, у меня фотик как-то дарили, давно уже еще молодая была. Вот, и то забросила, неинтересно, а видео нет. Да ну было что-то. Говорят, вот теперь на телефон снимаешь. Ну это что-то красивое, может быть, если куда-то там поездки ездят, красивое что-то снимают. Ну, я снимала тут это самое, дочка, когда в садике утренник был, снимала на телефон. Ну, либо же там интересных людей послушать тоже можно. Ну, нет, общем, это что-то не говорят, не говорят, бубнят об одном и том же. Он первый канал включаешь, и они вот говорят, то да потому. Ну, только раздражать начинают, орать начинают потом еще. Не мое, не хочу. Это же политика. На работе политика. Ор слышишь целый день, еще придешь и по телевизору будут орать и бубнить. Не. Я вам какое-нибудь лучше кино посмотрю, хорошее, там, про любовь. Хорошо, Анжела, я вас услышал. А вот в целом, как вы себя понимаете, кто я такой, чем могу быть для вас полезен уже? С какой целью мы с вами связываем? Ну, мне Амина рассказала, что у вас большой опыт. Что-то там 10 лет, что ли, она сказала, вы работаете, да, и можете там говорить, куда... А, ну вот она еще сказала, что вы там по скайпу сможете помочь мне там, что купить, что продать, вот там показать, вот этим поможете. Ну, она так, я так поняла. Хорошо, тогда ближе к делу. К делу. А, изначально для того, чтобы мы с вами приступили к работе, нужно будет создать торговый счет. В принципе, на площадке, где это все и происходит, где покупаются, продаются активы. Это и где? Вот, я вам подскажу. Есть определенные брокерские компании, которые предоставляют свои платформы для для торговли на финансовом рынке. Возможно, у вас есть какие-то предположения касательно таких площадок? Не понимаю. Какие площадки? Ну, вот вы как что считаете, нет? Где покупаются акции? Ну, вот я валюта, сейчас... Я не знаю, по-моему, я не спрашивала... Амину, или я не помню, по-моему, мы не дошли до этого. Вот она мне, да, я, по-моему, или я спросила, она мне сказала, что вот аналитик, когда будет с вами общаться, он все расскажет. Хорошо. Смотрите, есть определенные такие площадки, где, соответственно, люди покупают и продают те активы, которые мы с вами обсудили. То есть там создается ваш счет, там будет написано ваше имя, ваша фамилия, список активов, красивые кнопочки «Купить и продать». В нужное время вы нажимаете кнопку «Купить», и в нужное время вы нажимаете кнопку «Продать». Соответственно, на этом и зарабатывать. Это если очень так вкратце и быстрыми словами. Так, для того, чтобы вы, в принципе, не думали, что это как-то сложно и что-то непонятно. Это в интернете, да, площадка, или куда-то идти? Ну, конечно, в интернете. А, ну никуда хорошо. Никуда ехать не будет. В интернете. Абсолютно правильно. Что мы тогда сейчас с вами делаем? Я вас набираю в скайпе. Помогу подобрать площадку. Так как вы новичок, я скорее всего думаю, у вас каких-то своих площадок нет. Правильно? Ну, не знаю. Я первый раз слышу. Наверное, нет. Ну да, наверное. Я вам тогда помогу подобрать сейчас. Подберем площадку, создадите свой счет, пополните его на тех же 8000 рублей, с которых хотите себя попробовать. И откроем после чего первые сделки для того, чтобы вы изначально, как начинающий инвестор, убедились в уровне аналитики нашей компании и увидели первый результат. Правильно? Ну, так мне Амина сказала, да, что так мы сделаем, то вы мне поможете. Если так сказала, значит, так и будем делать. Давайте. Все, заходите в скайп, я вас сейчас добавлю. Скайп куда устанавливали? Ну, мне планшет сын вот свой оставил.
сын свой планшет оставил. А на свой телефон не устанавливали? А мы вчера пытались, у меня телефон старенький, у меня не скачивается. У меня написано, вот когда это скачивать пытаюсь, написано, как же там написано-то было, что не подходит для вашего устройства. Ну, что-то вот такое, я сейчас точно не помню. Вот, да, я... компьютер почему не устанавливали? А нет у меня компьютера. Как жаль. Хорошо, ничего страшного, с планшета так планшета. Планшета так планшета. А в скайпе сейчас что перед собой видите? В скайп вошли? Да, зашла. Ну вот как мы на чем остановились, вот где написали вы добрый день. А, ну не вы, вот Владислав Волков написал добрый день. А вы обратно вернитесь, один раз назад нажмите. Где-то стрелочка назад должна быть вверху. Ну вот внизу, внизу, но он закрылся тогда скайп. А, кстати, заходите опять в скайп, у вас должно быть сообщение, то есть чаты где-то писать, скорее всего, внизу. Нажимаете на чаты, и у вас там должно быть сообщение, помимо Владислава Волкова, от Станислава Грузинова, это я. Ну, нет, вот у меня только от вас сообщение, все, больше ни от кого нету. Только от кого есть? Только вот, ну, от Владислава Волкова вот есть, все, добрый день, больше ни от кого нет. А что сейчас перед собой видите? Планшет. Возможно, у вас там чат открыт? Это понятно. Ну вот, на экране планшета. Ну, на экране вот, как сказать-то, справа и в центре вот Владислав Волков, добрый день. А слева вот списочек вот с кем общался, вот я общалась, вот мне написал Владислав Волков, но остальные это, наверное, сын вот там 6-12 до этого, 28-9. Одну секунду. Как-то случилось, что Владислав Волков вас добавил. Я тоже вас добавил, вот написал вам «Здравствуйте». Ну, не вижу. Вы меня не видите. Ну, нету. А как это произошло? Ну, не знаю. Анжела Сергеева, правильно? Сергеева, Анжела Сергеева, да, я. Так, фотографии нет у вас? Нету. Ну, мне вот сын вот мне сын это самое... Его вот отдал свой планшет, поставил. Так это понятно. Это понятно. Если же вы увидели сообщение от Владислава Волкова, значит, также и должно быть сообщение от Станислава Грузинова. Смотрите внимательно. Ну нету, я вам клянусь. Ну, ну что бы я вам обманывала-то? Ну хорошо, если же я вам написал, оно вот как бы ушло сообщение от меня. Владислав Волков вам там писал порядка 20 минут назад, скорее всего, когда вот... 17:22 вчера, а сегодня... А, 21:27, добрый день. Вот. Правильно, добрый день, он вам же сегодня писал. Ну. 23 минуты. И я вам только что написал. Интернет у вас хороший, правильно? Ну, работает. Все работает, ну, работает, я не знаю, как проверить. Ну, вот эти вот полосочки, вот эти все есть. Угу. Странно, что вот не можете меня найти в скайпе. Ну, я, ну, не знаю, как, ну, нет у меня сообщения от вас. А давайте я напишу... А, вот, так как нет? А вот вы уже вот прочитали сообщение от меня. Но у меня нет от вас сообщений. Вы уверены, что вы мне отправили? Может, какой-то другой Анжеле Сергеевой? Думаете, еще и другая? Мне кажется, это не самое редкое. Но если бы я бы хотела вас обманывать, я бы про Владислава Волкова бы тоже так же говорила, что не вижу. Ну, что бы мне вот... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Кто написал? Я не я точно. Хорошо. Ну, я серьезно говорю, да. Не я. Ну, сравните, там же какие-то должны быть, кроме Анжелы Сергеевой, еще данные там, ну, вот, какая-то, может, это другая, они же, ну, не может же быть два контакта совсем одинаковые. А я уже уточняю, одну секундочку. Сравните, конечно. Вы ли это написали, да, или же не вы? Да, конечно. Ну, мне нечего скрывать. Одну секунду. Я уже написал Владиславу Волкову. Одну секундочку. Там вот эти циферки, мне это, Амина говорила, что вот если нажать, то вот там эти циферки названия будут. Ну, вот, как сказать-то? Ну, какой-то вот длинный номер там был. Может быть, там тоже вы его видите, этот номер? Одну секунду, Анна, давайте перепроверим.
Так. Так, отпустите. А вот, мне отправили что-то другое. Давайте попробуем что-то другое. Ну вот. А, давайте попробуем. Так, одну секунду. А вот. Давайте. Вот, теперь какой-то Ливия. Вот, а, вот, Станислав Грузинов. Вот, теперь мне прислал Станислав Грузинов. Вот это вы. Здравствуйте, а вот. Да. Вот, есть. Ну, замечательно, вот. Я тогда отсюда отвечаюсь. Вот, там была другая, да, Анжела Сергеева? Или а я вот почему не получил? Да, какую-то не ту Анжелу Сергеевну. Ну вот. Нет, правильно, представляете? Смутили девушку. Она вам, видите, как даже вам написала что-то. Ну, да, вот. Теперь будет вам писать, или наоборот будет думать, а что он мне не пишет больше ничего. А вот видите, какой я. Это хорошо, у вас еще фотографии нет. А если бы фотография была, и вы там оказалась бы красивой, вот девчонка бы там это... переживал. Так, не то чтобы оказался, то такие есть. Такие а фотографии есть. Нет, не видно. Поэтому... А так вы что, а хотите, так... чтобы мне сами люди писали? Так вот это теперь Анжела Сергеева будет вам наяривать. Вот вы только потом не подумайте, что это я вам пишу. Ну, конечно. Вот фотографии нет, вот поэтому будем смотреть. Будет писать или не будет? Ну вот, и со мной не спутайте, а то потом будете говорить, что я вам пишу там что-нибудь в ночи. А это не я. А, ну хорошо. Буду знать. Я уже все удалил. Хорошо. Анжела, я тогда вас набираю в скайпе, принимайте вызов в скайпе. А здесь мы заканчиваем или как? Или там и там будет? Да, конечно. Конечно. Зачем? Будем в скайпе общаться. Я думаю, так будет более удобно. Ну, хорошо. Давай. Все, ожидайте звонок. Хорошо. О, я туда нажала? Правильно нажали. Ага. Слышь? Правильно. О, я вас слышу. Туда. А то я не туда, разбираюсь куда, тут. Ну. Так. Я подал запрос в технический отдел. Мне сейчас вот придет ответ, кстати, на площадке. Ожидаем. Я вам ее отправлю, чтобы вы не утруждались, не писали. А просто нажмете один раз. На нее, я вам скажу. А вы демонстрацию экрана когда-то пользовались? Куда нажать, не поняла ничего я. А я вам подскажу сейчас, куда нажать. Анжела, вы мне подскажите, такую функцию, как демонстрацию экрана, знаете в скайпе? Ну, я не пользовалась никогда, не знаю. А, все, тогда давайте будем пользоваться. Справа внизу вот сейчас видите, скорее всего, три точки на экране, правильно? Нет, не вижу. Просто экран, в серединке кружок. А. Вот две буквы английские. А давайте я вам подскажу. А я вам подскажу, Анжела. Один раз по экрану нажимаете, куда попало. А, вот, есть, да. Нажимайте на три точки, нажимайте. Да, нажала. Нажали. И у вас в самом низу должна писать демонстрация экрана. Нашли? Так, поставить. Ну, демонстрации. Вот, наверное, вот это только нет. Демонстрация, да. Ага, есть. Потом начать. Кнопочка есть у вас. Так, сейчас начать запись или трансляцию через приложение Skype. Абсолютно правильно. Так, информация, которая видна на экране. Там, ага. Угу. Ну, давайте начать, да? Угу. Давайте начать, да, начать. Так, ну я нажала. Нажали. Угу. Что-нибудь есть? Получилось, правильно? Да, получилось, все есть. Угу. А теперь, Анжела, подскажу, что нажимать. А есть у вас, скорее всего, так, одну секунду, получилось, не получилось, пока что не вижу. Не грузит пока. Так, сейчас видите кружок, правильно? С инициалами, один раз нажимаете на него, у вас вверху появляется Станислав Грузинов. Да. Мое имя. Да. Нажимайте на мое имя. Грузинов. Сюда прям. Да, нажала. И отправить сообщение. И отправить сообщение, а потом нажимайте.
Ага. Здесь нажимаете «Принять», чтобы добавить меня в друзья. Ага. А вы видите, да, все это? Ну, конечно, прикольно. Вижу. Мы уже с вами демонстрацию включили. Прикольно. Я никогда не пользовалась. Никогда не пользовались. Ну, вот в Скайпе, я так понимаю, вы уверенный пользователь. Ну, я когда-то общалась в Скайпе, я вот говорила, а, ну, это не вам, что у меня когда муж еще не был мужем, он в армии служил, ну, это еще первый муж был, вот, и он из армии, там, когда дежурство, ну, не знаю, как это называлось, в общем, я дежурство помню, у него там была возможность, это самое, общаться по компьютеру, и я с ним общалась в Скайпе, потому что телефоны у них были запрещены, но это давно уже было, ну, не, как-то вот вид такой же. Так, всё, и чё? Так, замечательно. Смотрите, я вам отправил площадку. Называется Money Fund. Нажимайте на нее. Один раз просто на нее нажмите. Вот сюда, да, просто? Да, да, да. Где написано Money Fund? Ага. Квадратик можете закрыть, на крестик нажал, чтобы он вам не мешал. Какой квадратик? А, вот внизу справа у вас есть квадратик со Скайпа. А как его закрыть? Тут не видно. Вот он просто ползает. А вы один раз на него нажмите, а-а-а, и у вас крестик, видите, ага, внутри, да, на крестик. Угу. Так не мешает? Не мешает. Вы как сами с английским, Анжела? Ой, никак вообще. Ну, когда-то в школе учили, там, ну, это давно было. Все, услышал вас. Давайте тогда изменим язык. У вас сверху справа написано логин и регистрация. И правее такой земной шар нарисован, видите? Вот это, да? А, вы не видите палец, да, мой? Ну, к сожалению, палец не вижу, куда нажимаете, не вижу. Ну, вот, похоже, ага, да, наверное, а вот он, да. Похоже. Ага. Выбираете русский тут язык, думаю, вам так будет попроще, так, более понятно. Ру, да, который второй квадратик, вот этот? Который, он самый, да, который он самый. Ага, ага, вот, ух ты, русский. Теперь, ух ты, видите, инновационная система для вот трейдинга, хорошо. Теперь, что делаем? Ближе к делу, правильно, Анжела? Как договаривались, чтобы мы с вами не теряли время? У вас есть войти и регистрация. Ну, войти вы не можете, пока что еще не создали свой торговый счет, поэтому нажимайте регистрация. Регистрация. Так, ага. Нажала. Так, все замечательно. Анжела, я вас давайте немного сориентирую. Я думаю, здесь ничего сложного нет, разберетесь. Здесь указываете имя, фамилию, вашу почту, так, телефон, и также создаете пароль. Просьба, когда будете создавать пароль, момент, имя, фамилию на английском языке. Так, а как тут русский? Переключаете язык, у вас где-то должен переключаться язык на клавиатуре. Ну вот, клавиатура внизу, длинная клавиша, русский написано, на нее нажимаю, и оно остается русский. Не нажимаю, так, ну как, где-то мигает. Земной шар поищите. А, тогда вот здесь, да? Земной шар. А, о! Вот. Все, меня. Пишите свое имя только на английском языке. Так, а как его писать-то? Анны. А вы пишите, как слышите. А пишите, как слышите, Анжела. А в дальнейшем там в настройках можно будет изменить. Так, мы Анжела, а Ж это было. Какая Ж? Ан, а Ж? А вы пишите буква Ч. Знаете, как напишите? Напишите буквочку Z, напишите, и H. Z это Z, ага. Нашла Z. А H это какая? A. А H это какая? Это как стул выглядит, как стул. А, Х вот это, да? Ага. Угу. Так, как слышите, так и пишите, потом с вами изменим. Так, Ж, так, Л, где тут Л? Ага, вот это, наверное, Л. И снова А. Угу, написала. Написала. Так, дальше фамилия. Нажимаете. А что он момент, пишет? Момент. Анжела, я вас ориентирую. С большой буквочки имя пишется. С большой. Большой. Да, так, конечно. Совсем. Так, вот это вот, наверное, ага, А. А все равно. Так. А, возможно, пробел стоит. Нет. Где-то после имени, либо же перед буквочкой А. Посмотрите, пожалуйста. Ну, сейчас попробуем, смотрим. Перед буквой А, возможно, пробелы стоят. Да тут их много, пробелов. Ага. Нажимаете на фамилию. Так. Сергеева. Угу. Так. С большой буквы также, без пробелов. Так. С. Ага, Е.
Р. Так, какая из них Г-то? Г. Е. Е. О. В как 5 римская и А. Угу. Так, вот. Дальше. Дальше вашу почту записывайте. Почта обязательно должна быть действительная. Угу. А, объясню для чего. Ну, сами понимаете, в случае, если вы где-то забыли пароль, еще что-то, конечно. А можете возобновить. Ге. В. Точка. А. Так, ва. Блин. Я что-то уже устала. Ла. Н. Г. Так, ага, тут собака. Так. И. А. Н. Декса. Точка. Ру. Угу. Так, что надо дальше? А, ваш телефон, начиная с 7. Так, 7. Нет, сюда. 3. Угу. Так. У вас только один номер телефона? Да. Да. Угу. Так. Mm-hmm. Пароль. Так, ниже у вас будет пароль. Я от вас попрошу на глазик не нажимать, чтобы я где-то не видел пароль. То есть поэтому записывайте пароль, который себе хотите создать для входа. А вы клавиатуру уже видите? Давайте я отключу демонстрацию экрана тогда. Конечно, давайте, давайте, конечно. Так, как можете отключить? Это в скайп мне надо обратно или куда? А, в скайп обратно, да. Ага. Так. Перейти к звонку. Вверху справа нажимаете. Ага. Так. И остановить демонстрацию. Вверху. Вверху. Ага. Вот. Все, прекрасно. Опять заходите на Манифант. Угу. Я сама его должна... Ага. Так, и что, ну, можно, конечно, любой пароль самой придумать? Он какие-то есть требования или нет? Ну, главное, чтобы был безопасный. То есть большие буквы, маленькие буквы, цифры. Ага. Минимум 8 символов, если не ошибаюсь. Понятно. Давайте, пробуйте. Вот так. Вот. Ага. А теперь написано, введите промокод. Алло. Ага, ну, промокод можете пропустить. Да, промокод, говорю, можете, ага, пропустить. Хорошо. Дальше что? Что дальше? Угу. Нажимаете регистрация и включайте демонстрацию экрана. А, опять. Зарегистрироваться, да? Да, да. Ага, так. Бежит, 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 бежит. Так. Ага, и снова демонстрацию экрана надо? Алло. Да, да, алло, да, Анжела, да. Так, ага. Так, да, что, да, тут, ага. Так, три точки. Три точки, демонстрация. И, ага, да, и демонстрация. Так. Начать. Угу. Так, хорошо. И теперь обратно, да, сюда? Обратно, конечно. Ага. Так, только оно у вас немного нет. Нет, так, а, вот как нужно. Все, вот так прекрасно. Ой, и что это тут такое? Да. Ну, это список активов, которые нам предоставляет данная площадка. Здесь мы с вами будем выбирать тот актив, который нам с вами понадобится для торговли. В этом вот списке. Либо же будем
для поиска инструментов, записывать в поиске, выбирать тот актив, который нам понадобится для работы. Ну, на какой будем открывать, соответственно, позицию. Ну, вы мне будете говорить, далее, какой выбрать? Обязательно. Угу. Человек, куда же без этого? Для этого вы с вами и связались. Угу. Хорошо. А далее, у вас есть что? Внизу у вас написано активы, а правее там трейдинг у вас написано, правильно? Так, внизу. Ну вот какое-то написано первое АСЦ, а потом трейдинг, да, ага. Нажать сюда? Да, да, на трейдинг нажимайте. Угу. Нажала. Так, замечательно. Вот это наша с вами такая основная рабочая панель, то есть где мы будем с вами нажимать кнопочку «Купить», «Продать», использовать инструменты, которые нам с вами понадобятся для работы, еще, для безопасной хуже. Торговли. Еще как хуже. Видите, график есть, да, по которому... Что-что? Еще хуже стало мне сейчас. А, да вы так не переживайте. Всю работу по отслеживанию вот этого вот страшного такого графика мы берем на себя. Он двигается? Двигается, он постоянно двигается. Не, я вот так пальцем вот так провела, а он это за пальцем поехал. Ну вот видите какой. Слушайте, я ничего не пойму здесь. Ничего сложного нет. Вам график этот не нужен, Анжела. Все же мы не обучением здесь с вами занимаемся, правильно? По этому графику уже я делаю технический анализ того или иного актива. То есть эту работу я уже беру на себя. В дальнейшем, если же вы, Анжела, ищете развитие для себя в этой сфере, конечно же, я вам по ходу нашей с вами работы, практики буду объяснять, как это делается, чтобы у вас также появилось понимание того, чем мы здесь с вами занимаемся. Ну, именно хорошо. Поэтому изначально мы с вами просто пробуем в таком тестовом формате. Я думаю, его также обсуждали, скорее всего, чтобы вы изначально просто посмотрели сам механизм работы вместе с нами. Ну, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Вот, когда нажмем на кнопочку «Купить», у вас внизу будет отображаться список открытых сделок. У вас внизу написано там, я не увижу просто уже, там «Open» написано, если не ошибаюсь. Есть такое «Open», да, вот такая. Вот можете нажать туда, да, здесь будет список ваших открытых сделок, Анжела, которые мы с вами откроем. Но пока что, как видите, он, к сожалению, пустой. Второй момент... Правее еще у вас есть окошечко, правильно? Ну, тут какой-то пен... Что у вас написано? Пендинг. Да, я объясню. Я вам объясню, Анжела. Это отложенные сделки. Можете нажать туда. А ничего не поменялось? А ничего не поменялось, потому что также еще у нас таких сделок с вами нет. То есть там будут такие сделки, которые мы с вами будем открывать заранее по определенным условиям. Абсолютно в таком же списке, как раньше. Но пока что у нас также таких нет. И правее у вас написано меню, как видите. Угу. Меню есть, правильно? Да. Нажать? Нажимайте на меню. Угу. Конечно, нажимайте. Нажала. Здесь, как видите, отображается ваш баланс. Кнопка пополнить. Депозит, видите? Кнопка виздрав, это вывести. Но она пока что не подсвечивается, потому что вам, к сожалению, Анжела, вывести пока нечего. Аккаунт, поддержка, здесь там же так есть история ваших торгов полностью. И настройки, settings у вас написано, видите? А, вот вижу, я думаю, где мне это смотреть? Все вижу, вот внизу. Нажимайте на settings. Ага, ой. Тут еще каких-то три вылезло. Три вылезло, правильно. Там написано, что вот первое. Platform Settings, General Settings. General Settings у вас написано. Нажимайте туда. На первую, да? На самую верхнюю? На абсолютно General правильно. General Settings, ага. И в самом верху у вас есть Language написано, видите? Ну да, English написано. English. Нажимайте на English. Ага. А, русский можно. Там выбираете русский. Ой, слава богу. И в самом низу вы нажимаете на apply, то есть применить так, нажимаете. Внизу. В самом низу зеленая кнопка. А, вижу. Ой, а я сюда не туда нажала. Вот по-русски. Да, все правильно, все. Теперь опять же нажимаете на меню. Меню. А, все, да. Делу, Анжела, правильно? Все. Да, вот. Теперь по-русски. Русский язык у вас.
Все, так попроще. Теперь нажимайте, нажимайте на кнопочку пополнить. Мы с вами ближе к делу, так, для того, чтобы побыстрее открыли сами сделки. Ага, да, пополнить. Чтобы не теряли времени. Да, здесь у нас два варианта пополнения. Первое — это через биткоин. Знаете, что это? Ну, это какая-то, ну, я слышала эти крипты какие-то, вот эти. Крипты, да, ага. Они самые, вот такая вот криптовалюта. То есть можем с вами купить биткоин и через него пополнить, либо же через доллар. Внизу у вас написано Tether, TRC20, USDT, видите? Это доллары так, да, написано? Это доллары, ну, да, только электронные доллары. У меня ни того, ни другого же нету. Нету. Ну, тогда обменяем, не переживайте, обменяем. Я вам подскажу, как купить доллары. USDT. Подскажу, как купить. Нажимайте на USDT. На вот эту, да? На вторую? На вторую, угу. Правильно. Ага. Внизу у вас написано ваш уникальный адрес для пополнения. Есть такое? Заметили? Так, внизу. Ищу, не вижу пока. Вот прям здесь? А ну-ка, по центру. Давайте так, почти по центру экрана у вас, вашего. По центру? Ваш уникальный адрес для пополнения. А, вижу, да, вижу. Вот, они же такое пустое поле, ага. В котором пока что ничего нет. Либо же, возможно, у вас уже появилось, меня просто не прогружает. Либо же пустое пока пусто, что. Пусто, ничего нету. Пусто, но скоро появится. Там будет ваш уникальный адрес для пополнения. Вот как вы считаете, ваш уникальный адрес для пополнения, это что такое? Понятия, думаете, вообще понятия не имею, что это. Ну, если вам написано, что это ваш уникальный адрес для пополнения, как думаете, что это? Я никогда такого вообще не слышала. Хорошо, Анжела, если бы вы мне сказали, Станислав, скиньте мне на карту 10 тысяч рублей, вы бы что мне дали? Номер своей карты, правильно? Нет, номер телефона, так проще. А, ну если по СБП, номер телефона. Ну, либо же карта тоже подойдет. Ну, в принципе, здесь да. Здесь у вас есть ваш... Да, сейчас здесь появится ваш уникальный адрес для пополнения, то есть это номер вашего кошелька. Если бы вы бы захотели, чтобы кто-то вам отправил сумму на ваш баланс сюда, правильно? Здесь номер моей карты будет? Здесь номер моей карты будет? Нет, номер вашего кошелька вот этого на торговом счету. А что за кошелек? Ну, немного... А вот, вот это на торговой площадке, по факту, там у вас написано баланс, правильно? Где? А вот даже вверху у вас написано баланс 0 USD, правильно? Пока не вижу. А, да, вижу, а наверху, как... вижу. Вот, а нам же с вами нужно, чтобы там было не 0, а 100. Ага. А, ну вот написано пополнить какой-то кошелек. Да, да, да. Абсолютно правильно. А нажмите еще раз на стрелочку назад, где пополнить кошелек. Ага. А потом опять на USDT нажмите. Опять на USDT теперь нажимайте. Угу. О, какие-то цифры появились. А, вот видите, буквы. Прогрузился. Ой, тут буквы, вот это цифры. Ваш уникальный... Вот это буквы. Вот это ваш уникальный адрес для пополнения. Номер вашего кошелька. Вот вы когда-нибудь, Анжела, валюту покупали, обменивали? Возможно? Ой, я нечаянно назад нажала. Сейчас. Ничего страшного. Ага. Обменивали когда-то валюту? Ой, ну давно. Давно, да, я это самое, доллары покупала. Мы, ну, мы в Турцию когда ездили, ну, в банке. В банке рубли в кассе положила, да, ну, как дала, они мне это посчитали, сколько долларов. Это когда в Турцию ездили. Ну, как давно? Ну, лет, наверное, так, это еще у меня дочери не было. Это лет, наверное, 7 назад. Смотрите, нам с вами нужно купить USDT. Где мы можем купить USDT? Я вам подскажу. Есть такие мировые биржи, где можно купить это USDT. То есть есть абсолютно разные биржи. А в нашем случае я рекомендую использовать такую биржу, как Binance. Ну, не слышали, скорее всего, это самая популярная международная биржа для покупки, продажи криптовалюты, торговли этой же криптовалютой. И также там есть такой раздел, называется P2P торговля. То есть там можно обменивать валюту. Там есть такие люди, как валютчики. Вот кошельки их еще когда-то называли. На вокзалах были, помните? Ну, на вокзалах нет, не помню. Ну, я читала, что в 90-е были. Ну, я еще ребенком была тогда маленьким, поэтому я их не видела. Но это давно очень было. Они там меняли, говорили, что там опасно было, что они там и кидали,
и там и криминал был, да. В общем, это, ну, да, время-то правильно, смутное, да, это... время-то да, смутное было. В целом, от таких людей слышали, то есть, по факту, нам понадобится такой человек, который будет вам готов такой? В данный момент продать USDT. На вокзале? Не на вокзале, а на международных биржах. Поэтому это и сейчас намного все безопаснее, потому что это все контролируется определенными органами, биржами, правильно? Определенными финансовыми регуляторами и так далее. Я вам рассказываю, если не знаете. Ну, вы спросили поэтому меня правильно, вы... я и говорю, я ж не знаю. Ну вот, хорошо, теперь знаете. Мы с вами будем обменивать валюты именно через вот такую биржу, как Binance. У вас, соответственно, там своего торгового счета нет? Где? На Binance. Я никогда не слышала. Жаль. Ну тогда, я думаю, мы изначально используем корпоративный кошелек. Я помогу вам обменять валюту. Каким способом это будет происходить? А вот вы каким банком пользуетесь? С какого банка сейчас будете пополнять свой торговый счет? Ну, карточка Сбера. Карточка Сбера. То есть вы являетесь клиентом Сбербанка, правильно, Анжела? Ну да, я тоже являюсь клиентом Сбера. Ну, тоже, как, тоже. Как, наверное, уже, ну, как объяснить-то? У меня-то нет, это карта мужа, а моя карта, у нее уже срок годности истек, и я не продлевала ее, мне она, ну, в общем, не нужна. Мне, поэтому, не знаю, вычеркнули они меня из клиентов или нет, но я не ходила к ним там, не отказывалась. Ага. Поэтому... То есть, я так понимаю, вам сумма в данный момент доступна на карточке, правильно? Ну, да. А доступ к банкингу мужа у вас есть? Мобильному, в приложении имеется в виду. Это, ну, а не знаю, у него есть он или нет. А муж рядом есть? Не, они в баню пошли с мужиками, с друзьями. Ага. Угу. А физическая карта есть? Ну, карточку он не оставил, да. О, физическая карточка есть, хорошо. А, все, тогда сможем пополнить торговый счет. А, так, Анжела, объясню, каким способом это будет происходить. Вот мы с вами, точнее я, потому что будем делать через корпоративный кошелек изначально, так как у вас своего нету, найду продавца, который также является клиентом Сбербанка. Конечно же, по более выгодному курсу, чтобы у нас долларов с вами получилось как можно больше, правильно, исходя из 8000 рублей. Ну, чем больше, то тем лучше, конечно, будет. А, ну, конечно, как всегда. Найду такого продавца. Мы с ним откроем сделку. Там будет вам писать имя, фамилия, отчество этого продавца, точнее мне. И также его реквизита. Окно с этим продавцом открывается в рамках 15 минут, чтобы вы выполнили свои условия, то есть отправили сумму в рублях ему. Мы нажали кнопку «Оплачено». И после чего продавец сумму в... соответственно, в долларе, USDT, отправил вам на ваш адрес кошелька. Мы ему отправим вот этот вот такой код, который у вас сейчас на экране перед вами. А он непосредственно по этому адресу отправит сумму в валюте уже вам. Чтобы она поступила вам на счет, а не кому-то другому. Я ничего не поняла. Ну, смотрите, все банально просто, Анжела. Изначально мы отправляем валюту. В рублях имеется в виду, отправляем рубли валютчику, вот этому продавцу. Как мы их отправим-то ему, я не поняла. Вот объясню, вот если же у вас нету вот мобильного банкинга, мы по-другому это сделаем. Заходите в Google поиск. Google поиск. Так, это отсюда надо выйти, закрыть, да? Да, да. Угу. Да. Ну, либо же можете не Google поиск, даже можем с вами по-другому немножко сделать, одну секунду. А я уже зашла. Уже вошли, да? Ну, вот это полоска. А чтобы вы не искали... Одну секунду, я так проще сделаю, я найду, чтобы вы не вписывали. Секунду. Давайте я вам так... Заходите в Skype. Так, заходите в Skype, это мне отсюда. Так, а где тут Skype? Ага, вот он. Я вам отправлю, ага. Чтобы вы не искали. Наши с вами сообщения внизу, даже вот внизу слева у вас сообщение можно открыть, видите? Нет. Такой кружок с хвостиком. Что-то а нажмите один раз по экрану. Ага. А, вот это слева. Внизу слева, да? Кружок. Да. Ага. И у вас есть Тинькофф, финансовые услуги. Нажимаете. Тинькофф. Видите, какую нам возможность предоставляет. Алло, что-то прерываетесь. Опять подождите.
братик, закрывайте, чтобы он не мешал. Так, что-то... Ага, закрылся? Анжела. Я тут. Закрылся. Меня слышно? А, нет, смотрите, вы как будто... Смотрите, как мы здесь с вами делаем. Я открою... Вы как будто прерываетесь. Что-что? Вы как будто прерываетесь. Да, сейчас хорошо. Нет, прерываетесь. А сейчас так же? Да, как будто прерываетесь. Что у меня все зависло так, вообще. Алло, слышно меня? Что-то у меня все зависло. Ой. Алло. А вы нажмите... Да, слышно меня? Ну, сейчас слышно, хорошая, да. Вроде бы. Сейчас слышно, да. Все, прекрасно. Нажимаете на Тинькофф. Лишнее. Сейчас я поубираю лишние эти окна, потому что, наверное, они много интернета жрут. Ой-ой-ой. Давайте пробуйте. Ага. Так, ага. И что, обратно, да? Всё, замечательно. Да, здесь на пустое место, либо же разрешите его же блокировать. Ничего вообще, я жму вообще никак. Я говорю, что-то он зависит. Разрешить тогда, разрешить нажмите. Тоже не, вообще не реагирует. А стрелочку назад тогда дайте. О. Вот, получилось. Хорошо. Видите, здесь будет перевод с карты на карту. Мы вписываем номер вашей карты, точнее, вы вписываете самостоятельно. На карту любого банка. Реквизиты продавца я вам предоставлю. Так. Что тут надо с карты? Что нужно делать? Объясню. Угу. Я сейчас открою сделку с продавцом. Угу. Продавец у нас будет клиент Сбербанка, правильно? Также нам же нужен тот же продавец и клиент того же банка, что и вы. А тогда, может быть, не Тинькофф надо будет, а Сбер тогда лучше. А вот видите, а вот в Сбербанке нет такой вот финансовой услуги, которая позволяет вот без приложения переводить средства с карты на карту. А у вас же приложения нет. Ну, поняла. Здесь не важно, что это Тинькофф написано. Здесь карты любого банка на карту любого банка. Здесь это не важно. И денег не возьмет он, да, за это, Тинькофф? А, нет. А вы мне, пожалуйста, подскажите. А мобильный банкинг также подключен на телефон вашего супруга, правильно? Ну да. Ну, ага. Если подключен вообще, но у меня точно нету, а у него, как я не знаю, что там у него подключено. Анжела, ну вот когда вы просто будете нажать подтвердить сумму, вы нажмете отправить, вашему супругу на телефон придет смс-ка с кодом. Для того, чтобы вы подтвердили платеж, что это совершаете именно вы, а не кто-то другой. Ну хорошо. Вы к мужу сможете позвонить, чтобы он вам продиктовал этот код, и вы его здесь ввели, правильно? Ну я могу ему позвонить, конечно. Ну все, он вам продиктует и, соответственно, этот самый... Продиктует, а вы подтвердите. Угу, все, замечательно. Тогда что изначально делаем? Я изначально ищу продавца. Пока я ищу продавца, вы можете вписывать номер карты. С какого банка? Видите, с карты любого банка. И вписываете ниже номер карты. Угу. Вашей. Так, мне тоже демонстрацию я выключу тогда, да? А номер карты мне, в принципе, не важно. То есть, ну, все равно, ну ладно, была бы моя, то все-таки это карта мужа, может, ему не понравится. Так, я вам... Нет, вы не выключайте, потому что если что-то сделаете не так еще. Ну, если что-то не так, то включу, посмотрите. Потому что, Анжела, не моя карта мужа, не, я так не могу. Так, послушайте меня. Мне никаких ваших персональных данных не нужно. Все, что я там увижу, это только номер этой карты. Ну, тем более, тогда я пока выключу демонстрацию. А то он это ругаться будет. Он мне не разрешает, когда дает карту, он говорит, никому ни номер не давай, ни это. Давать циферки нельзя. Ну, мне он говорит, что никому номер не давать, и в руки не давать, и номер не давать. Поэтому я выключу сейчас демонстрацию. Анжела, послушайте, я на этот номер карты разве смогу вам деньги отправить? Ну, никак не списать. Не знаю. Ну, тогда тем более вам зачем этот номер карты? Я выключу демонстрацию. А чтобы вы, не дай бог, что-то не на то нажали? Ну, здесь просто же номер ввести надо. Ну, я номер-то введу. Хорошо, но номер... карты получателя также ведете, чтобы я увидел, что вы отправили сумму. Ну хорошо, вы мне тогда чек отправите, Анжела. Потому что продавец, скорее всего, также попросит чек для подтверждения оплаты. А где его взять? Просто чек. Да надо в банк идти. А вот когда... А у вас там будет подтверждение, у вас там будет потом чек, я думаю, даже что-то будет, какое-то подтверждение, чтобы продавец просто подтвердил.
Что этот платеж совершили, понимаете? Ну это мне надо мужа, что ли, попросить, чтобы он чек взял? Анжела, есть, да, мужу скажите позже. Хорошо. Анжела, если же вы такой переживательный человек... Ну, мне не разрешил, ну, я слушаюсь. Зачем? А то потом больше карту давать не будет. А, ну да. Хорошо, заходите на Тинькофф. Угу. И вписывайте номер карты своей изначально. Мужа, у меня-то нет карты. А, имеется в виду мужа. Ага, ну вот, да, с карты, я поняла. Так, сейчас, так, 54... 61. Так. Да. Угу. Так, вот она позеленела стала, как Сбербанк написано. Угу, ну вот видите. 57. Да, так, теперь срок надо и CVC, да? А, там такое тоже нужно. Ну тогда вписывайте, если нужно. Так, да. Срок, ага. Так, а CVC это на обороте, да? Угу, да. Так, а тут стерто этой бритвочкой, наверное, он содрал. Нету тут ничего. А зачем она это сделала? А я откуда знаю? Ну, видите, если нужно, тогда как-то вот присматривайтесь. Не знаю, сейчас к Свету подойду, подождите поближе. А, вы где вы уже? Это самое. В скайпе я оставила, вы тут? Да? А то есть планшет оставила и пошла к Свету. Алло? Да, я тут, я слушаю вас. Так. Ну, водите. Да конечно, прямо это, срезана бритвочкой вот эта белая часть, полочка. Я понял, тогда, Анжела, звоните мужу. И спрашивайте вот этот код, чтобы он вам продиктовал. Либо же звоните мужу. Угу. Ну, давайте, да, лучше пусть он вам продиктует, так будет проще. Я же не смогу еще так вашему мужу все объяснять. Угу. Так, сейчас позвонить, да? Да, вы звоните, то есть спросите, то есть как бы поступить. Пусть он зайдет в приложение просто, приложение пусть зайдет. Либо же, если муж может уделить вам 10 минут, Анжела. Угу. Тогда он сразу же из своего банкинга просто отправит сумму продавцу. Угу. Можем так поступить? Ну, сейчас я... Вы здесь будете? Я сейчас вам позвоню. Или отключитесь? Да, да, да. А, хорошо. Да. Нет, я здесь буду. Хорошо, да, ладно. Сейчас, да, хорошо. Алло, Коль, слушай, а ты мне эту карту-то дал, которую Сбер, а там надо эту ввести эти три цифры, которые у тебя там сзади, а там это у тебя, ну, этих цифр нету, ты срезал, наверное, или что, как будто срезаны. Ну, и что? А нафига ты их срезал-то? Блин. И что делать теперь? А как-то их узнать можно, эти цифры? Ну как, зачем? Ну вот говорят, и вот сейчас мы это... счет там надо какой-то, деньги перевести, что-то купить. И это и там надо ввести, номер карты я ввела, потом срок действия, и эти три цифры надо... А их нету у тебя. Ну, не надо орать, пожалуйста, только. Я по делу уже звоню. Не мешаю я тебе. Я тебя даже не спрашиваю, когда ты придешь. Ну, как, ну... Ладно уже, все. Ну, завтра так завтра. Ну, все. Да, на тебе, парень. Алло. Да. Алло. Да, я тут. Ну, он мне сказал, что он их стер, срезал, когда еще карту получал, потому что, если, говорит, кто-то найдет карту, если он потеряет вдруг ее, то не сможет ей ничего платить.
И он всегда так, и он всегда так делал, он сказал. Да вы что? А я-то думал, еще смс-ка должна приходить. Какая смс-ка? Я его про вот эти три цифры спросила. Что надо три цифры. А не нужно было? А что надо было спросить? Сказать, сможет ли ваш муж вам уделить 10 минут, чтобы он отправил сумму в рублях продавцу? А, ну я спрашивала про те три цифры. Я не помню про... Ну, давайте сейчас еще наберу. Так, еще раз, что спросить Давай. Надо? Скажите, что вам нужно отправить сумму продавцу в рублях для того, чтобы от него получить сумму в долларах. Вам нужно просто обменять валюту. Поэтому так. Вы ему продиктуете номер карты, да, а он отправит по номеру карты, либо же по номеру телефона сумму в рублях человеку, потом нажмет сохранить чек. Так а ему же вот этот, эти три цифры же тоже надо будет ввести? Нет, нет, нет. Он же просто в приложении своего банка это сделает. Сбербанк зайдет в приложение, нажмет переводы, да, переводы по номеру телефона, либо же по карте, введет номер карты, отправит, там будет чек. Нажмет сохранить чек и отправит его вам на WhatsApp. Все, это буквально там сколько? 5 минут, не больше. Ну, хорошо, сейчас я спрошу. Сейчас еще раз наберу, подождите. Давайте. Сейчас. Алло, ну еще вопрос. Ну, спрашивают, можешь ли ты с какого-то приложения банка это отправить по номеру карту вот эти 8 тысяч. Ну я откуда знаю, с какого приложения? Ну с приложения банка, наверное. Ой, да иди ты в жопу, а, надоело. Алло. Алло. Неохотно вам муж помочь хочет. Он вообще не хочет мне помогать. Он с мужиками в бане. Он сказал, никакого приложения у него нет. Что у него на этот телефон приложение не устанавливается и никогда не устанавливалось. Что я совсем кукукнулась. Да вы что? Как быть? Ну, он сказал, не кукукнулась. Переводы... Он по-другому сказал. А вы переводы как делаете? Ну, не знаю, друзьям, родственникам. Я никак не делаю. А супруг ваш как делает? Слушайте, ну я понятия не имею, ну как он делает и делает ли он вообще. Он пользуется чаще всего наличкой. И у него на карточку зарплата приходит, и он снимает наличкой, и наличкой пользуется. Но на карточку у него зарплата приходит. И за шабашки он, когда деньги получает, он тоже наличка, это, ну... Хорошо, а как можно являться клиентом банка и не знать свой CVV-код? Если вы бы даже что-то хотели в интернете купить, как вы сможете это сделать? Мы не покупаем ничего в интернете. Нафига это надо? Идем на рынок и покупаем. Или в магазин. Сейчас еще купишь в интернете, а там придет какая-нибудь ерунда, не то, что надо, и как это доказать, и какие-то проблемы. Зачем это надо? Никогда не покупаем и не будем покупать, и не собираемся. В интернете никогда ничего не покупали? Нет, не покупали и не собираемся. Все есть в магазине. Зачем надо в интернете что-то покупать? Хорошо. Смотрите, давайте так, решите эту проблемку для того, чтобы вы, в принципе, смогли пополнить свой торговый счет. Я просто не настроен немного так терять время. А как ее решить? Вы подскажите, что нужно сделать? Не знаю, Анжела. Ну, так вы-то больше меня знаете. Есть какие-то... А вы у мужа поспрашиваете, как он переводы когда-то делал. Вам нужно либо же... Ну, он, наверное, никак не переводит. Или, может, не знаю, в банке как-то что-то. Я не лезу в это. Ну, давайте так. Он зарплату приносит и все. Я вам подскажу. Я вам, Анжела, я вам сейчас дам решение вашей проблемы. Угу. Просто воплотите его в жизнь. Пишите в интернете Сбербанк онлайн, там нажимаете регистрация, вписываете номер карты, создаете логин, создаете пароль, вашему мужу приходит смс-ка с кодом. Он вам говорит, этот код вы подтверждаете, и у вас с веб-версии, с планшета войдете в приложение Сбербанка. Все банально просто.
Там в Сбербанке все просто и доступно написано, как что сделать. Я, Анжела, уже просто немного теряю время, у меня нет времени. Ну, нужно с вами сейчас. Ну, когда это сделать? Это сейчас надо, можно сделать? Ну, сделайте сейчас. Ну, вы здесь побудете? Напишите мне, пожалуйста. Нет. Вы мне напишите в скайпе, я как буду свободен, вас наберу. Ну, побудьте, сейчас попробуем. Давайте, может, подскажете. Что надо набрать? Анжела, нет времени. Так, нет времени, Сбер... меня уже с вами быть. Я уже ухожу, я уже нет. Скажите, что набрать надо, я не понимаю. Сбербанк онлайн. Просто Сбербанк зайдите онлайн. Сбербанк онлайн. А, через... вижу. Да, угу. Да. Так, и что тут онлайн? Делаете? Сбербанк онлайн. Онлайн. Да. Там будет регистрация. Угу. Анжела, так. Там все просто и доступно написано. Я уже немного спешу. Не поняла. Установить сертификаты вот. Какие-то для доступа в Сбер. Скачайте российский браузер. Там установите пройти, сертификаты Минцифры. Анжела, там можно пройти, просто войти в свой личный кабинет в Сбербанке. Там все просто и доступно написано. А, вот войти в Сбербанк онлайн. Да, так, все, Анжела, у меня уже просто телефона, нет времени. Пароль. Если буду популярен после диалога с вами, очень буду рад. Правда? Все. А в смысле как я популярен? Имею в виду рад знакомству. Ну, давайте сделаем вас популярным. Вас на какое число поставить? На какое число премьеру, поставить? Премьеру на какое число поставим? Давайте перед Новым годом. Перед Новым годом не успеем. Премьеры расписаны, там уже на третье число даже стоит уже время. Смонтировать нужно. Ну, просто премьеры раз в день проходит. Все премьеры до третьего или до четвертого числа уже расписаны, поэтому вот... Слушайте, а вы мне подскажите хоть как называется, чтобы я вот знал, где себя искать, если буду. Мошенники, аферисты, фармазоны. Будете стопудово. А я-то думал, там есть... Так а вы что, разве мы с вами не общались никогда? Мошенники, аферисты, фармазоны. А может и был... А мне кажется, мы даже с вами уже ролики делали. Думаете, да? Был? Ну, полистайте там. Вот мошенники, аферисты, фармазоны. Я там публикуюсь в плейлисте Ольга Борисовна. Ну, там много, несколько авторов, все хорошие, интересные. Вот, поэтому можете послушать, наверняка себя услышите. Анжела, если вот монетизацию на Ютубе отключили, в принципе, как тяжело. А вообще пофигу. Не, а мы же не для денег. Мы по приколу. А зачем вы это делаете? По приколу? Ну, по приколу нравится, людей обучаем, куда не надо лезть. Ну, и ваше время забираем, ну, и занимательно. Да-да, вот, ну да, время вы мое забрали. Да. В принципе, ладно. Ну, сегодня... Ну, сегодня предпраздничный день, чего уж. А я в офисе там буду или не буду, вы меня сориентируйте, пожалуйста. В офисе? Или где? Не поняла ваш вопрос. Будет ли ролик с вашим участием этот? Ну да, вот с будет. Этим диалогом. Однозначно будет. Будет один единый ролик. Сначала будет Амина, а потом вы. То есть это в одном ролике будет последовательно. Сначала до конца все два с лишним часа. Стоит Амину тоже выкладывать? У Амина огонек у вас, вы что? Такой милой дурочки, которая без суфлера два слова связать не может, как можно такое не опубликовать? Я понял, но я старался, Анжела. Вы молодец, у вас хорошо получилось, вы достойным будете завершением этого ролика, вот, ну а Амина, конечно, будет его украшением. Ну, я так конечно. Старался, вот до конца. Да, до конца, ну, вот, вы с самого начала подозревали меня, пытались раскрутить мне информацию про то, что снимаю я видео или нет, но в какой-то момент, конечно, по какой-то момент подрасслабились. Я же уже на опыте. Ну, да, уже так, это и речь у вас получше, и языком чесать уже уверенно можете, да. Ну, вот, видите, как вы хороший. Так что будет хороший ролик. Я думаю, что людям зайдет. Тоже стоит поставить. Фотографию, как думаете, поставить? Вашу фотографию? Ну, пришлите вашу. Вашу поставим, если хотите. Так на скайпе, думаю. На скайпе нету фотографии. Ну, если поставите, то заберем фотографию, поставим в ролик.
Время еще есть для монтажа, все. Да, на монтаж, поэтому... Если вы Анжела или не Анжела... Ну, Анжела, когда Анжела, когда Ольга Борисовна, когда Мария Ивановна, даже и Алтына иногда бываю казашкой. Алтына? Бываю да, Алтынай. Всякое. Кем я только не бываю, и монашкой, и пастушкой, и стюардессой, и сотрудником финансовой брокерской компании, кем я только не бываю. Патологоанатомом даже была. Ну, всякий стиль интересный. Нет, и знаете, когда все время умную играешь, то начинает наскучивать, хочется иногда и в дурочку. Ну да. Тем более Амина бы очень быстро слилась, если бы я бы играла саму себя. А хотелось получить удовольствие от общения с Аминой максимально. Поэтому пришлось до ее уровня приспуститься. А, я понял. Ну что, будем работать тогда, получается. Ну, не знаю, работать или отдыхать. Поэтому ждите премьеры, премьера будет точно. Это я вам обещаю, гарантирую. А пока можете ознакомиться с другими роликами, может быть, найдете. Да наверняка найдете там себя. А, так. А мне, скорее всего, да, скорее всего, какой-то был. Наверняка. А не только со мной, нас же много. Ну да. Так что... Ну, хорошо. Встретимся еще, я думаю. Услышимся еще. Думаете, да? Я абсолютно уверена в этом. Я уже не буду просто. А куда вы денетесь? Ну, это так сегодня, знаете, вот дела. Так времени побольше у меня сегодня было. А так-то, в принципе... А так вы только народ гоняете и набутыливаете тех, кто неудачником оказался. Да нет, вы что. А что вы с ними делаете? А какая у вас работа? Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Да ладно, господи, ну не смешите меня, аналитик. Ну не смешите. Все, реально, всего хорошего. Ладно, давайте. Анжела, Мария Ивановна, стюардесса, все, воспитательница, все, хорошо. Воспитательница, да. Давайте, всего доброго. Не желаю. Все. Ну а как я могу вам не... Нет, вы мне желаете, я человек хороший, а вот я вам пожелать не могу. Вы человек не очень. Так я тоже человек. Хороший. Да, я очень хороший человек. Нет, не согласна я с вами. Не можете вы быть хорошим с такой деятельностью. Как так кого? Я детям помогаю. Детям? Исходя из ваших кровных рук. Все, да что вы. Каким это вы детям помогаете? Знаете, сколько потерпевших сколько? Сколько потерпевших? Нет, вот из-за меня и точно. Вашего. Из-за меня точно. Политику я, пожалуй, предпочту оставить в стороне обсуждений с вами. Это не предмет для разговора. А то, что вы ею прикрываетесь, такое, то, что вашей деятельностью вы занимались и до всех этих мероприятий и спецопераций, просто нечем прикрыться было. А теперь вы гордо это прикрываете политикой. Но это нечестно с вашей стороны. И казахов вы бомбите точно так же, как россиян. Поэтому здесь не надо из себя Робин Гудов изображать. Хотите защищать страну, идите, берите ружье в руки, автоматы, там, гаубицу и вперед. Тогда вас хотя бы буду уважать. Да. Да, а вот то, что вы делаете... Было бы, чтобы вы просто как минимум из нее свалили. Я еще раз говорю, я не буду поддерживать этот разговор, я в этой деятельности вне политики, для меня совершенно нет принципиальной разницы, какой вы национальности, и я не отношусь плохо к хорошим людям с вашей страны. Смотрите, вы сами просто понимаете, у вас просто большинство людей вне политики, вот поэтому так и получилось. Все, всего доброго, реально. Ну, так и вы вне политики.